Часть назад, наверняка кто-то из вас уже тезисно, ну, пробежался, посмотрел. Первая часть трансляции будет заключаться в том, что мы с вами посмотрим на эту новость, обсудим то, что было сделано. А вторая часть – это ваши репорты, идеи, пожелания, которые вы можете оставлять в комментариях к этой новости. Все, что, ну, замеченный какой-то баг, что-то работает, что-то не работает или работает не так, как вы предполагали. Может быть, к вам пришла идея на миллион, которую обязательно нужно реализовать на GoodGame. Вот, это все оставляйте в комментах. Это все прочитаем и попробуем трансформировать это в задачи. iPlayer в ленте у меня, да, свернулся. Точнее, надо вот так вот гулять мне будет. Так. Запись будет в данной трансляции? Да, я стартанул запись как раз вот минуту назад. В общем, начинается все с того, что с обновления Redmine. Виктор, объясни, пожалуйста, почему я волнуюсь так, а? А почему ты волнуешься? Я не знаю. Мне дома гораздо комфортнее вести трансляцию. Что еще раз? Дегенерат? Нет, я скорее чаю. У нас кофе есть? Нет, чай. У нас, да, есть и кофе, и чай. В общем, был обновлен Redmine и внешний вид, и самое главное в Redmine в новом, он теперь публичный. Вы можете зайти и самостоятельно трекать те задачи, которые поставлены. Их, собственно, статус – новые, решенные, закрытые. То есть заходите на bugs.goodgame.ru. Ну, любой. Вообще любой. Неважно. Неважно. Вот, то есть особо пытливые пользователи могут, в принципе, зайти и мониторить те задачи, которые есть, и прогресс их выполнения. А наиболее активные могут присоединиться к группе тестеров, которая находится в скайпе, и первыми получать, собственно, доступ к новым фичам, их тыкать, проверять и оставлять свой фидбэк о них. Вот. Если вы хотите принять участие и стать одним из тестеров, то пожалуйста. Спасибо большое, Виктор. Пишите на maiker@goodgame.ru. Добавим. Работа не оплачивается. Что? Ну, честно говорю. Вот. Сегодня выкатили же раздел с вакансиями на сайте, очень давно его думали выкатить, но к тому моменту, когда выкатили, он наименее актуален стал, потому Почему? Что... Все. То, что там есть, все актуально. Все... Ну, мы же там еще разработчиков искали, а сейчас уже вроде не ищем. Да. Короче, есть раздел вакансии, ссылочка всегда будет находиться в футере сайта, называется «Вакансии». Сейчас там только одна вакансия, это iOS Android разработчик. Вот. Собственно, можно тыкнуть и почитать. Там будут появляться вакансии. Ну, то есть мы, скорее всего, не будем писать специальные новости, а просто будем дополнять этот раздел. Как-то так. Новые анимированные смайлы появились дня 4-5 назад. Савелий нарисовал. Их все можно посмотреть в одном месте. Это общие смайлы, которые доступны всем. Но в анимированном варианте они доступны обладателям общего премиума. Тут и бобры, и котики. Одного котика, который смотрит на плазме разные картинки, я вынес в правый нижний угол, потому что вебка отсутствует и... А он очень классный. В общем, пользуйтесь на здоровье. Савелию спасибо. Он же современный в чатике. Ледокол, кстати, крут, общается, отвечает. Меня сегодня поразило, как Ледокол решил индивидуальную проблему Феликса там в конференции ключевых стримеров. Там связанная была с тем, что двери трансляции у него, оказывается, с Кибергейма шли. Вот, прям, да, Ледокол радует. И, кстати, в новости этого нет. Но за последние неделю-две был неравный бой с Ростелекомом по разным вопросам. И, ну, и с Ростелекомом, и с компанией LTEX, которая производит свечи. И Ледокол, конечно, напрямую и там проблемы решает. И по перепрошивкам, и по балансировкам, и по проблемам с каналами старается, в общем, Эльдар. Спасибо ему за это. Надеюсь... Лагов у нас будет меньше. Дальше идет большой блок стримерам.
по многочисленным просьбам. Ну, там принцип тот же самый, друзья. Вы, наверное, знаете, что есть конференция ключевых стримеров, где мы стараемся понять вообще, что нужно и в каком приоритете, и в каком виде. Дальше реализуем какие-то фичи, скидываем предварительные варианты, начиная там с концепции макетов в конференцию, в эту, получаем какой-то фидбэк. Даже если, ну, в любом случае, если вы стримеры в этой конференции, обязательно отписывайтесь, даже если складывается впечатление, что, типа, ваше замечание не услышано. Мы все читаем, все обсуждаем, но иногда на каждое конкретное сообщение не отвечаем, хотя споры там бывают в конфе довольно серьезные. Вот, и исходя из такого общения, появляются новые, собственно, изменения. Появился, во-первых, топ донатеров для стримера, то есть теперь можно посмотреть, кто поддержал канал, на какую сумму за разные промежутки, в том числе и за кастомный промежуток времени. Сейчас, подождите, я зайду на канал, продемонстрирую. Это находится, кажется, в аудитории. Нет, в финансах, да, скорее всего? В финансах. Да, Росбрейн, конечно, хорошо за... Вот, топ поддержавших канал. Нет, подожди, посмотрите, ведь стоп. Это при... Тут только топ, а вот на этой странице можно уже выбирать там за месяц, за неделю, эксперта двенашка, и за какой-то кастомный промежуток. Вот, то есть есть уже место, где можно посмотреть весь стоп. Дать возможность сохранять анонс или блог в описании при пустом заголовке. Это был реквест то ли от Пептара, то ли от Игоря. Хотели просто вставить картинку в блок анонса, и при этом, чтобы не было заголовка блока, сделали. Включить смайлики в Message of the Day. Собственно, теперь смайлики в MotoD работают. В панели инструментов теперь выводятся данные о качестве потока для стримера. Эту тему выкатили тоже дня три назад, с ней были проблемы, в частности, с определением битрейта, кажется, и кейфрейма. Что-то пофиксили, что-то еще не дофиксил. Но Ильдар в курсе и исправят. То есть теперь это особенно полезно будет новичкам, которые особо не заморачиваются с чтением и с настройкой, например, OBS или XSplit, или у них там, например, слетают настройки. Теперь качество трансляции здесь будет... там много, да, разных кейсов получается, ведь там где-то порядка 12 разных состояний. 12? Нет, там поменьше. Поменьше? Просто... Там таблица я видел просто 4 на 3, что-то в том роде. Ну, там они не пересекают, то есть... Если в одной ячейке есть, в других пусто. То есть, грубо говоря, там грубо говоря, три плохо, два нормально и один хорошо. Ну, короче, типичные ошибки стримеров, типа неправильно выставленный битрейт, тип, собственно, кейфрейм, профиль, да, ключевые кадры, аудиокодек еще, понятно. В общем, теперь, если что, вам тут будет сигнализировать, что у вас все плохо или все хорошо. Да, мы его слышим. Договорились, что не очень хорошо слышит. Он может подъехать. Я просто могу подъехать и погромче кричать. Ты сейчас задавишь себе шнур. Так, исправлен баг, при котором количество зрителей отображается красным цветом, если страница стрима была открыта до начала трансляции. Речь идет о вот этом индикаторе, который не менялся на зелененький. Мелочь, как бы, но исправили. Исправлен баг, при котором, если задонатить не премиум стримеру, то не выдаются плюшки от доната, иконки, смайлики, цвета. Не отображается прогресс доната. Ну, в общем, теперь все адекватным образом отрабатывает. Что ты хотел добавить? Идею? Какую идею? Не, рано еще. Исправлен баг, при котором не работает изменение порядка смайлов. Со страницы с премиум подписчиками не отображает несколько раз пользователя, если он подписался на несколько месяцев. Да, дальше мы идем к нашей новости на 1 апреля. Исходное качество будет доступно без премиума. К сожалению, сегодня оно также не будет доступно. Но, в общем, это не шутка, как вы наверняка догадались. Действительно, я думаю, в течение следующей недели все исходное качество, премиум качество, будет доступно без приобретения према. Революция. То, о чем говорил Мэдисон. Ваши комментарии, друзья, в чатике. Все в шоке, никто ничего не пишет. Только собачья одежда. Собаку, сач матч. Вау. Сач вау. Матч премиум. Собаки пошли, да. А зачем премиум теперь?
Хороший вопрос. Ну, напоминаю, что премиум, так же, как и на Твиче, лучше, чем на Твиче, потому что процент мы даем стримеру больше. То есть изначально, и самое главное, это саппорт стримера, саппорт площадки, смайлики премиальные. Что у нас? Отсутствие рекламы, отсутствие видеорекламы, естественно. Собственно, следующий пункт автопродления премиума. Тихо, ничего не слышно. В пункте автопродления премиума все будет расписано, говорит Виктор. Да. Сейчас мы до него дойдем. Короче. То есть, зачем покупать премиум, вот дальше? Дойдем. Да. Отлично. Исходное качество будет доступно без премиума. Дальше. Ретрансляция в исходном качестве, а не в высоком. То есть мы уберем в настройках стримера, это стримеру актуально, в принципе, опцию рестрим в высоком качестве. Ну, помните, мы сначала делали рестрим в высоком, потом добавили опцию рестрим в исходном качестве. Теперь смысла, особенно учитывая то, что Twitch поднял порог с 3,5 до 6 мегабит, стрима с высокого уже нет. Поэтому мы уберем эту опцию, чтобы не было никакой путаницы. И все ретрансляции будут идти с исходного качества, с лучшего качества на Good Game. Вот. Кстати, по поводу этого просили так. Некоторые стримеры, мало ли, сохранить функцию, чтобы можно было рестримить с высокого. Я не знаю зачем, но кто-то спрашивал. Может, для стабильности просто. Типа, чтобы... Ну, хотя я не знаю теперь уже, зачем. Я тоже не знаю. Надо у них спросить. Вместе с этим мы вводим удобный механизм подписок и переподписок. Это большой блок, сейчас вот внимательнее. Поп-ап покупки премиума. Несколько видоизменится. Ё-моё, Витя нарисовал тут. Вообще мы можем частично на тестовом это уже показать. То есть там это уже... очень мало, там всего лишь парочка. О, Роман звонит. Виктор, вам слово. Алло. Придешь через 5 секунд. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А где чатик? Да. Ты куда дел чатик? Да. А, тут чатик. Привет. Привет. Да. Так, а то, что я показываю, ага, это вот чатик наш. Я же не популярный стример, я не знаю, как это работает. Так, ну, спасибо. Картинка тут, а чатик тут, как я читать-то теперь буду все это? Я не знаю. Ладно, Михаил, садись. Я не разобрался. Видишь, не разобрался в собственном дизайне, да? Я не разобрался, как у тебя настроен стрим, где чатик, глазами отдельно. Ой. Короче, друзья, у нас, во-первых, появился нормальный банковский такой, скажем, партнер, который позволяет реализовывать запоминание банковской карты, позволяет делать автосписание, то, что необходимо для периодической подписки. Я понимаю, как вы страдали на протяжении последних 5 лет, покупая коды, непонятно куда их вставляя, для того, чтобы работало у вас все хорошо. И делали это, и страдали каждый месяц тысячами, просто тысячами. Наконец-то вашим страданиям приходит конец. Виктор просит, что не хочет. Говори. Я говорю, да. Я вставлю слово, если надо. В общем, где чатик? Что ты сделал? Как ты смотришь? Как что у тебя тут настроено? Как стрим идет? В общем, вот такая вот будет форма подписки на прем, собственно, личный, общий. Мотивация подписки на прем. Поддержите стримера. Получите уникальные смайлики, смотрите без рекламы. Мы, конечно, проводили исследования из серии, что исходное качество является чуть ли не главным мотиватором при приобретении премиума, но мы ценим вашу лояльность. Вот. И, короче, продажи у нас, я уверен, только поднимутся. Скриньте. Выберите удобный вариант подписки. Стоимость не меняется. В зависимости от... Просто период. Да, просто меняется период. То есть 79 рублей, как было, несмотря на то, что у нас были сомнения, ну, инфляции, все дела, уже сколько времени стоимость не меняется. Но мы еще догоним, не волнуйся. Да, но все впереди. Короче, стоимость осталась той же самой. Вы можете просто выбрать удобный вариант подписки на месяц, на 3 месяца, на полгода. И это уже
подписка ежемесячная, то есть эта сумма будет без лишних действий списываться с карты, которую вы выберете, и, собственно, продлеваться премиум на указанный период, либо на месяц, либо на 3, либо на полгода. Далее, с общим премиумом картина похожа, стоимость такая же, и мы сохраняем другие способы оплаты, но переносим оплату по карте, она вообще самая у нас часто используемая, там я не помню, какая у нас там статистика, Паш, 80, не помнишь? 80. Я говорил 80, но оказалось, что по картам там процентов 65-70 оплат. Статистику по картам. Короче, карта является самым популярным способом оплаты. И учитывая возможность теперь привязки карты и автопродления удобных, я думаю, что все будут довольны. Действует на все каналы, анимированные смайлики, иконка в чате. И также отключение рекламы в общем премии, если вы подписываетесь на все каналы. Так. Еще ж про купить в подарок. Ёшки-матрёшки. Теперь ключей нет, скажи самое главное. Теперь ключей нет, да, теперь ключей нет. Но они как бы есть, но вы их не видите. Да. Вам не нужно париться относительно того, что ключ вам пришел, не пришел, куда-то его вставлять, не вставлять. В большинстве случаев вы ключ не увидите. За исключениями следующими. Если вы, например, приобретаете премиум кому-то в подарок, вы можете, во-первых, купить серию ключей пачками. Эй, где оно там? Картинка где? Вот какая? Я показываю пальцем. Ты пальцем показываешь? А, вот. Вы купили 10 ключей общего премиума в месяц подарок. То есть эти ключи вы также можете или сами использовать. Купили себе в подарок 10 ключей. Нормально, порадовал. Вот. Либо разыграть там в чате. Для стримеров полезная фича, потому что многие запрашивали там пачками премы для того, чтобы разыгрывать их там на конкурсах и как-то поощрять своих постоянных зрителей. Вот. Что еще? Что я упустил? Это понятно. Купить в подарок. На вашу почту будет отправлено указанное количество ключей, ну и, в принципе, они будут отображаться в поп-апе. Сохранились, повторюсь, все предыдущие варианты оплаты. То есть вы можете оплатить также там по PayPal, по WebMoney, другими способами оплаты через DigiSeller. Даже, наверное, мы сохраним и старые карты, те же самые яндексовские шлюз банковские. Но новые карты, они привязываются, они запоминаются. Наверное, именно это Витя хотел сказать. Нет, просто мы продвигаем единственный способ оплаты, новый. Так. Оплатить карты. И вот на макет следующий. Следующие слайды, говорит Виктор. Ну, нас слышно, скорее всего. Так. Нас слышно. Просто давай громче вместе говорить, и все. Что ж там в чате интересно пишет, а? Ну, так вы видите себе чат сюда. Что тебе, нафига тебе скайп? Купили все 10 ключей, все ключи одинаковые. Да, да. Копипаст в дизайне. Ну что, мне реальные теперь ключи, что ли, вам? Ну мог бы порадовать пацанов. Активировать. Там же всегда говорили, что контент вокруг. Да. Ну, ключ-то реальный. Ну ключ-то реальный. Один и тот же. Ну сейчас он реальный. Я вот так запилю, потом все вопросы дизайна. Конечно. Так. Вот, на страничке, собственно. А, у нас есть возможность кастомизировать вот данных, то да? То есть пока что понимаю? Да, это ранняя версия, но потом будет покруче, но эта форма уже наша, соответственно, вы будете вводить сюда свои карты, мы не будем их запоминать ни в коем случае. Да, лучше перейти потом сразу к этому краткому курсу. Если у вас возникает какой-то вопрос по этой обновленной системе, давай сначала до конца. Давай, ладно. По факу мы дойдем до фака. Так, ну вводит он свои данные, вводит, все нормально, говорит оплатить. Код безопасности это. Это если покупаем премиум, а там подписываемся. То есть так. У нас теперь будет два события. Так. Купить премиум и подписаться на премиум. То есть, да, грубо говоря, это два разных события и два разных сложно свойства будет за ним. Зачем так? Это почему сложно-то? Ну рассказывай. Ну, подписка, соответственно, она автообновляемая. Ага. А если покупаешь премиум, она, собственно, разная. Возможно, и так, и так. Ну да. Отлично. Ну, удобнее подписка, не нужно каждый раз покупать, вводить заново. Угу. Угу. Чего вам мы советуем? Вот. Так. Ну, Виктор, дальше. Все? Дед-макет, все. А нет, подожди, здесь же еще что-то интересное вот такое вот было. Ну, это скорее разные состояния. Например, вы хотите купить премиум на другого стримера, который у вас в избранном находится. Так. Вот. Вот и все. Ну, то есть это такой очень generic скрин, то есть он не основной. То есть ты им не гордишься? Просто мы предусмотрели разные варианты этих окон. Великолепно, пожалуйста. Великолепно. Переходим к следующим слайдам.
Так, управление подписками, да, учитывая то, что появляется новая механика, собственно, с автовозобновляемыми подписками, потребовалось доработать и раздел «Мои премиумы», который сейчас есть, но там появляется, собственно, новая информация. Взглянем на него. Ё-моё, какой же страх. Здесь покрасивее будет, да. Покрасивее, где? Здесь будет покрасивее, потому что не будет... Это уже сейчас красивее. Это уже сейчас красивее? Ага. Красивее некуда. Уже да, это отлично. Отлично, друзья. Это радует. В общем, что вы можете? Вы можете посмотреть, на кого вы подписаны, сколько, собственно, это стоит, есть ли у вас накопленные переподписки, те самые ресабы, которые тоже вместе с Дойдем сейчас, дойдем сейчас ага. до этого. Вы можете отменить подписку, вы можете возобновить подписку. У каждого пользователя будет пока прикреплена только одна карта. Мы только одну будем хранить, насколько я Да, понимаю. пока да. Вы можете удалить, собственно, или прикрепить другую По карту. поводу... При этом ваши подписки сбрасываться, насколько я понимаю, не будут. Или будут, Паш? Не, не будут. Если карту отключил, то подписка... Не сбрасывается. Она не сбрасывается, она доходит до даты списания. Если в этот момент карты нет, то она приостанавливается. Ага. Если карта уже новая привязана, то не списывается. Короче, все логично, да, я понял. По поводу возобновить подписку. Так. При возобновлении подписки, если вы отменили подписку, а потом возобновили Так. по любой причине, ваши бонусы, накопленные, собственно, за эту подписку, смайлики или там еще у нас Так. другие бонусы будут, соответственно, скоро мы про них скажем, они не То есть сбрасываются. не так, как на Твиче. Вроде бы, вроде бы. Но это не точная Это не информация, точно, потому что я на Твиче не работаю. да? Он постоянно это говорит, а потом макеты мы видим, твичевские, и вопросы задаем. Так, это не за нами, все нормально. Активные ключи, да. Отображаются, собственно, активные ключи, как и... Реквестим смайлик полицейской машины в чат. Уже пошло. И кот убегающий. А что здесь появилось еще нового? Сообщение о том, что нет автовозобновляемых. То есть, смотрите, у вас сохраняется текущий раздел с активными ключами, то есть с теми самыми разовыми, и добавился блок с автовозобновляемыми подписками. Ну, а если у вас пусто, у вас будет Да, сайдак. будет псайдак. История активации, это тоже Давно новое. просили Давно, очень. да, расскажи, кто просил, почему просил. Пользователи давно просили, Так. типа, вот я купил, а где мне посмотреть свою историю, вот я задонатил, а где мне посмотреть свою историю. Мы Так. добавили в раздел «Мои премиумы», возможно, кстати, раздел поменяет название, мы еще не знаем точно, это не точно. Историю активаций премиумов отдельный вклад и отдельно история подписок. То есть здесь ничего такого, то есть это просто история. Вот. А, ну не А только, вот в смотри-ка. донате еще мы Да. решили вывести, собственно, статусы поддержки сразу. То есть, если вы донатили разным стримерам за разное время, в разное время, то Так. будет показываться ваш статус прогресс получения плюшек. Вот и все. Пускай со временем мы будем добавлять сюда, возможно, другие какие-то вещи, если мы будем плюшки увеличивать их в количестве, в размере и в качестве, конечно же. Друзья, жалко, что вы не видите, но Виктор при этом активно еще жестикулирует, когда объясняет. Конечно, это же просто как Да. ведущий, радиоведущий. Хорошо. Вот это зачетно, а вот это неплохо. То есть вот до этого как бы фигня, а Да, вот это неплохо. я же говорю, Отлично. многие просили, поэтому. Так, вместе с переподпиской появляются и уведомления о переподписавшемся в чате. Это, конечно, твичевская тема пришла. То есть стримеры, опять же, давно просили, пользователям это приятно, показывать, что ты, например, на этой трансляции премиум уже там полгода обновляешь, и стримеру видно, что ты такой молодец и ценишь, и он тебя ценит, и вы, в общем-то, да, можете жить вместе. Поэтому сделали такую штуку, что человек может после своей подписки раз в месяц, насколько я понимаю, отправлять уведомление стримеру о том, что я такой хороший, На стриме. да, на стриме, предподписался на там, 4 месяца, например, подряд. Об этом идет озвучка. Ну, полноценный Да, озвучка, донат. полноценный алерт идет. Лер, да. Да. Стоит отметить, что это цензурная версия этого макета. Все, поехали дальше. Ага. Это тонкая шутка для знающих. Так.
Хорошо. Специальные кастомные иконки. Это тоже просили стримеры, и это тоже поощрение тех людей, которые переподписываться будут. Возможность заливать стримеру разные иконки, кастомные. Заливать? Что? Заливать стримеру. А, заливать стримеру. Нет, имейте в виду. Стример будет заливать иконки. Вы заливаете стримеру, а стример заливает вам. Иконки, да. Вот, кастомные иконки, какие захочет в разных размерах. Если не будет заливать в разных размерах, то мы их будем нещадно ресайзить. И специальные иконки будут на 1 месяц, на 3 месяца, на полгода, на год, на 2 года. Пока такие диапазоны, но, скорее всего, мы увеличим их по мере необходимости. И, собственно, в чатике вместе с нашими любимыми, замечательными СВГшными иконками будет появляться трэш. Извините, кастомный трэш, который сам стример заливает и сам несет ответственность. Просто это настолько часто стримеры просили, да, просто очень сильно. Но мы, к сожалению, не можем дать СВГ стримерам, потому что пока что... Они не умеют. Стримеры не умеют. Стримеры не умеют в СВГ, к сожалению, и это сложный инструмент. Вот, короче, сейчас наверняка кто-то из стримеров нас слушает и просто радуется. И ждет, когда же это будет. Когда это будет, кстати, у нас? Это вот уже к человеку в зеленой рубашке. Не только к нему это. Ну, в основном к нему. Ну, короче, неделька максимум 2. Максимум 2. Я думаю, после майских уже будет... Кастомный трэш будет видно только на канале... Естественно. Эти иконки распространяются в рамках одного канала. Ну, смайлики вы можете забирать, собственно, как обычно. То есть, если вы подписались лично на Мишу, Мишины смайлики доступны на всех каналах. Единственное, что мы сделаем улучшение, что вне зависимости теперь от премиума, смайлики будут анимированные, на которые вы подписались. Это тоже давно просили. Пожалуйста. У-ху! The White говорит, я рад. Доезжишь. Не, ну это, конечно, серьезные изменения. А, стримеры еще получат больше слотов под смайлы. Ну, это как бы... тут вслед моя за... инициатива, да. Это от Вити, да, от Вити инициатива. Мы хотим сделать... Ну, больше смайликов, особенно на стартовых диапазонах. Типа за ноль, то есть сразу за на ноль, старте. Да. Что если смайлик. У человека появляется премиум статус, то у него без какого-либо количества подписчиков уже он может заливать. Плюс там у него добавляется слива. Загружают. Ну, это как бы такой легкий хелп молодым стримерам. Наконец-то анимация. Да, ошибки и пошел потом. Ну вот бампер давай еще сейчас на макетах ошибки ищи. Ну что это за детский сад? Вот, краткий факт по системе автопродления. Что случилось? Что? Ну, вы можете прочитать ответы и лучше вопросы. Почитаю, я думаю, да, просто почитайте. Нет, ты почитай. А я почитаю? Ты почитай. Вы внимательно вслух с остановкой. На GoodGame.ru появились автообновляемые подписки на премиум. А еще исходное качество теперь доступно всем пользователям бесплатно. Если хочешь, можно параллель почитать. А давай ты задаешь вопросы, я отвечаю, давай. Что случилось? Это уже было, давай дальше. Что за автоновление подписки? Как это работает? Опять Витя жестикулирует. Рук не видно. Это не важно. Это тот же самый добрый премиум, который вы все знаете со всеми преимуществами, плюшками. Отличие одно. Больше не надо каждый месяц покупать ключи, активировать его вручную. Достаточно один раз подписаться. Система запомнит ваши платежные данные, и каждый выбранный вами период будет происходить автоматическое продление. Эй, Good Game снимает деньги без моего ведома, да? Да. Нет. Вы сами... Вы сами оформляете подписку и выбираете условия, на которых она будет работать. Саму подписку можно будет отменить или возобновить в любое время. Если я отменю подписку, деньги мне вернут? Нет. Но премиум будет активен до конца оплаченного вами срока. После окончания действия премиума автопродление не произойдет. Вы можете вручную возобновить подписку через раздел «Мой премиум». Good Game теперь будет хранить данные моей карты. Нет, Good Game не хранит и не передает ваши платежные данные и любую другую информацию о вас третьим лицам. В проскроле ниже не видно. Ты вопросы видишь. А что, если я хочу подписаться? Не хочу. А не хочу подписаться, но хочу купить премиум. Вы можете активировать премиум разово. Для этого достаточно выбрать пункт «Другие способы оплаты». Купленные таким образом премиумы автоматически активируются на ваш канал. Короче, это старая схема. Так. Старая схема. Да.
Где я пришел? А, я могу продать премиум другу? Продать другу, да. По стоимости. А, я могу подарить премиум другу и разыграть ключи на стол. Могу ли я это сделать? Да. Для этого необходимо выбрать пункт «Другие способы оплаты», затем поставить галочку напротив пункта «Купить в подарок», затем укажите нужное количество ключей, которые вы хотите приобрести. Активировать ключи можно в разделе «Мой премиум». Обратите внимание, что теперь при покупке ключа с канала одного стримера его нельзя. О, это важное изменение, которого еще нет. Да, это еще... Даже... Кстати, в родмап, ну, мы дополним. Минуточку. Минуточку. Если автопродление есть, то где переподписка? То теперь есть и переподписка. Неважно, это я писал, я могу перефразировать на ходу. Импровизация? Да, импровизация. Все верно. Я хотел ответить нет, а то другие слова. Если автоматическое продление сработало тогда, когда стрим был офлайн, то у вас будет возможность напомнить о своей подписке стримеру через кнопку в чате. Но сделать это можно один раз в жизни. И если что-нибудь еще важное? Да, мы обновили раздел «Мой премиум». Теперь через него можно легко контролировать все свои премиум-подписки, а также следить за статусами и историей поддержки. Оскара нам! Оскара! Следующий достаточно большой блок. Это скорее планы, чем то, что... Ну, хотя нет, у нас мы уже тестировали эту схему. Постепенно пытаемся избавиться, я об этом говорил уже на трансляциях пару дней назад, пытаемся сейчас выработать систему, при которой вы поддерживаете стримера, минуя сайт. То есть, что не вы присылаете там каким-то... Что еще по подпискам? Паша хочет говорить. Давай, расскажи. Что все активированные премы, все ранее активированные премы будут учитываться. Слышно. Будут учитываться в ресапах. То есть, если вы покупали исправно ключики, то есть вы будете стартовать не с нуля. То есть мы задним числом накинем вам месяцочки в ресапах. Да. Все ранее активированные ключи учитываются в ресапах. Круто. То есть, если я раньше подписывался, то мне это зачтут. Да. Прекрасно. Вот. Мы не хотим быть посредником в таком финансовом плане между пользователем и стримером, чтобы не пользователь сначала перечислял нам куда-то средства, а потом мы рассчитывались со стримером, потому что это ненужные комиссии, это занимает время, это стримеру приходится ждать, собственно, вывода средств, делать заявку и прочее. Поэтому один из вариантов хотя бы частичного решения проблемы – это прямые переводы. Мы попробовали с компанией Ubank, учитывая то, что у них самая низкая комиссия по 2P переводов из тех, что мы нашли, сделать такую фичу. Она пока работает только на моем канале. Там есть некоторые сложности с переводами, но в принципе концепция следующая. Вы можете стримеру отправить средства удобным способом с карты на карту. Причем у стримера мы, как правило, карту знаем, и она привязана у нас будет. Быстро и мимо сайта. То есть мы сможем, скорее всего, каким-то способом и узнать, то есть мы знаем о самом факте перевода, мы можем начислять плюшки за донат, и мы можем как-то косвенно потом брать свою комиссию, но уже со стримера. Свой интерес. Свой интерес, так назовем его так. Вот, пока что комиссия на перевод 1,1%, но минималка 25 рублей. То есть на платежи типа 100 рублей это крайне невыгодно делать. Вот, поэтому это просто скорее как тест, как идея, как то, куда мы пытаемся прийти. Стримерам это интересно, мы естественно, хотим попробовать. Плюсы. Средства поступают не на счет ГГ, а на карту. Не надо ждать делать заявку, не надо ждать начала месяца и выплат. Возможны переводы с любых карт, в том числе и зарубежных. Пользователь также получает бонусы, статусы и смайлики. И, забыл, самое важное. Мы, в принципе, можем рассматриваем такой вариант, что в будущем сделаем кобрендинговые карты с банком, и тогда комиссии банковской при переводе на эту карту не будет вообще. Что-то получается, карты с бобром? С карты, да, мы можем их брендировать, там, нарисовать что-нибудь на них симпатичное. Ну, то есть, например, выпустить там сотню карт для стримеров, и на этот счет донат будет приходить с других карт, то есть с большинства источников, без процента банковского вообще.
Вот, и это очень нам идея понравилась, и мы будем копать в этом направлении. То есть не будет как раз вот этих вот 25 рублей, не будет этой минимальной комиссии, не будет банковской комиссии в 1,1%. Вполне возможно, что мы, не будет заявок ожидания, все начисляется быстро и через международную платежную систему. Боброкарта. Тут как бы мне больше от стримеров фидбэка. Если у кого-то мысли появляются, пишите в комментариях, не забывайте. И мы в такой схеме можем еще двигаться в плане комиссии. То есть, учитывая то, что у нас сокращаются издержки на операционные и сокращаются налоги, мы уже можем даже в перспективе уменьшать с 10% куда-то двигаться поменьше, уменьшать собственный интерес. Вот. Поэтому данное направление кажется очень перспективным. Стример получит больше слотов под смайлы. Да. А сколько добавит? Кажется, в два раза. В среднем удвоится, да. Да, в два раза. Вот. А чтобы заслужить смайл, особенно вот, когда у тебя их много, станет намного проще, там фактически в два раза упадет. Короче, мы отдельно потом это анонсируем, отдельно будет всем известно. Хорошо, спасибо, Виктор. В мульти-ГГ сделан, но он сделан так. То есть он работает, вы заходите, вписываете никнейм одного стримера, вписываете никнейм второго стримера, и у вас мульти-ГГ работает. Мне кажется, что здесь не хватает более такого какого-то интерфейса удобного. Типа ты на канале нажал на кнопку добавить. Сейчас только два стримера можно. В перспективе можно будет хоть сколько добавить. Да не, там удобно два воспринимать. Пунти говорит, хагош, спасибо. За что? Не за что же. Такими темпами Мишкер будет давать бобровый кредит на 5 лет. Ну мы, да, на строительство думали там. По клипам. По мультигэ. Посылайте свои предложения в комменты, пишите, что? Как бы вы хотели, чтобы это все работало, выглядело фишечно. Потому что нам некогда думать. Да. Хотели бы, например, чтобы страничка не скроллилась, когда чат скроллишь? Напиши в комменты, что ты стоишь. Хорошо. Потеряется это. Да. До программистов не дойдет. Клипы. Во-первых, после некоторой нагрузки на некоторые клипы стало понятно, что нужно страничку оптимизировать. Павел оптимизировал там чего-то и теперь говорит, что после создания клипа, она, если туда тысяча человек приходит, она не падает. Хорошо отрабатывает. Исправить ссылку при переходе из плеера на канал стримера, видимо, из плеера клипа. У блоков стримеров нет индикации, что... Канал отличная кредитка. Блин, прекрасно. А че в Сбербанке-то? Не нашел, где карту делать в другом месте? Там уже смотри, не видел. Прекрасно. Да, не падает. Мы клипы выкатили не так давно, насколько я помню. Прошло, наверное, месяца 2-1.5. За это время было создано 55 тысяч клипов. Ой, господи, к марафону мы клипы. К марафону начался, да. Сразу клипы появились. Ну да, значит, чуть меньше 2 месяцев, да. Вот, и было сделано 56 тысяч клипов за это время. Клипчики заходят, раздел популярности догнал видео. То есть он стал там третьим, насколько я помню. Стримы, турниры и потом клипы. А, и клипы в чате, но это же не реализовано еще, да? Это на этапе макета, на верстке, да? Все, что нужно, точно. То есть при вставке ссылки в чатик, клип у вас будет отображаться так же, как вставка... Так же, как на Твиче, да? Нет, говорит Витя, нет. По-другому. На Твиче он по-другому рисовал. Как в комментариях... Все лучше Твича. Ой, хорошо. Так, дальше идет серия задач. Другое. Запретить создавать новые темы. Это мы со спамерами корейскими или там китайскими боролись. Что еще? Да, были. Причем я банил. Корейцы вернулись. Видео. На странице видео при длинном заголовке этот самый заголовок налезает на лайки, дизлайки. Столько этой проблемы было лет. В смысле месяцев. Добавить капчу при создании темы. Это тоже боролись со спамерами. Обрезаются сообщения в чате. Окей. Тут большинство тем, это от вас репорты вообще. Фикс поведения плеера при ресайзе окна. Сверстать обновленный пункт из избранного с игрой. Стример играет в игру. Ну, то есть в избранном у вас теперь вот такая вот штука. То есть там отображается... Мы сначала... Долго спорили? Да, долго спорили, что отображать, игру или название трансляции. В результате отображаем и то, и другое. Вот. В несколько другой форме.
Скролл уходит выше главной страницы. Слишком большой отступ между заголовком клипов и основным блоком. Тестирование. Сейчас часовой пояс, выставленный в профиле, должен влиять на все части сайта. Турниры, стримы, выбор даты, обратный отчет. При редактировании комментариями на последней странице после нажатия сохранить открывается последняя страница комментария вместо текущей. Опечатка при активации премиума. Это у нас много всего. Изменить текст, ссылки, ерунда. Есть проблемы с клипами в комментах. Не идут просмотры и нет возможности лайкать. Изменили. Виндовский скролл, на который накладывается еще скролл ГГ. Не работает поиск по слову ФИВА. Исправлен. Задача была по-другому. Какая? Работает где? Поиск по словам из трех букв. А, из трех букв. Хорошо. Нет, кажется, из трех букв... Нет, это другая уже? Другая. Из трех букв фиксили. Да. Окей, хорошо. Некорректная обработка... некорректная работа обработчика ссылок при работающем пикамоде. Не применяется черный список с блоку «Скоро в эфире» на главной странице. Вот. О, Феликс здесь. Привет, Феликс. Здравствуйте. Вы все пропустили. На карте вместо имени должно быть написано «Упырь» или «Нубас». Карт-холдер на имя. А там статус надо, типа платиновые, там, разные по уровню карты. Не, зависит от карт-холдера. Карт-холдер не написано, просто «Упырь» и на имя, фамилия его. Вот так. «Упырь»? Так тоже надо. Но лучше карт-холдер на имя, просто «Упырь». Так, турнир, несколько фиксов по турнирам. Турнир, вкладка «Нижняя сетка» отображается, кнопка «Найти себя» для неучаствующих в турнире. Странное ранжирование стримов на странице идущего турнира. После завершения турнира необходимо запрещать пополнять призовой фонд. Да. Есть целый блок под обновление Android-приложения. Режим, наконец-то, только чат. Теперь с видосиком, да, можно использовать... Фуллскрин. Фуллскрин прям? Хорошо. Отлично. Ага, вот. Вжух и только чат. То есть, скорее, это будет в первую очередь удобно. А хотя нет, это много кейсов. Это не только стримеры удобно. С телека смотришь, а чатик на телефончике. Да. Новое боковое меню, отображение избранных каналов онлайн, история просмотренных стримов, история просмотренных игр. Новый интерфейс для селектора смайлов. Что там? Хрумстер поддержал канал на 125 рублей, сообщает, решил пробовать новый способ доната. Хорош. В смысле, какой новый способ? А, это через карту прямой. А, у меня смс-ка упала на телефон. Все, реально, изи. Спасибо за саппорт. И не надо это самое. Жена 100 уже... 100 рублей можно купить целых два дошика. Каких два? Ты не знаешь, что дошка стоит? Нет. 27 рублей. Ты же сам делал курс дошка. Ну, я... У меня был меньше, по-моему. У меня был, по-моему, меньше. Больше. Он только 30 с чем-то делал. Ну, Работает. Да, работает. Окей. Вот, но если бы еще избавиться от комиссии, но я же говорю, мы что... Работаем, мы работаем над этим, да. А так прям идеальный мир, представляешь? Жена шопится, а ты стримишь. О, Натали Мур. Концертик скоро у нее. У нее там бутер упал, видел в клипчике? Бутер упал? Бутер. Надо посмотреть. Прям так он падал смачно. А бутер и кот связаны? Точнее, были или не связаны в момент? Нет. Сейчас, подожди. Напиши вам фонте, она тебя искала. Ну вот он. Данный бутер? А, данный бутер. Эй, башня пизанская. Да, клипчики заходят. Смайлик такой. Так, новый интерфейс для селектора смайлов. Натали Мур, ты написал. А, это Натали Мур написала? Это же ее смайлик, и она написала. Ничего себе, сама. Сама написала. Руин года. Новый интерфейс для селектора смайлов. Селектор теперь не закрывает чат. Удобно ставить более одного смайла за раз. Нормальные пропорции для больших смайлов. Возможность удаления смайлов. Прямо из селектора корректно отображаются большие сообщения. И серия поясняющих картинок. Поясняющих картинок. Не та картинка, не та картинка. Да, вот он. Раз и два. Слушай, макротирован. Да. Что нам должно быть понятно из этой... Ну, если сейчас написать большой текст, так, то на видно андроиде, две строчки или одна? То просто будет руиниться input, он будет кривой, косой, перекособочный. Ясно. А это смайлики не закрывают, а как бы... Отлично, спасибо. Возобновление воспроизведения при входящем звонке СМС, поиск по офлайн стримам, прочие баги, фиксы, исправления. Так, тут нужен Паша. Я за него. Там
медленного реагирования, классно. Давайте, может, сначала мне вопросы, если есть, потом Паша. Только что сервачок, да, приобрели еще один. Прекрасный, прекрасный. Вот как раз я отходил, Роман звонил, принимал твинчик такой. Серьезно? Воу, это где? Это где-то сфоткал. Это не наш лого. Но близко, близко. Там сейчас. Ресторан какой-то. Может быть, отжать ресторан? Отжать ресторан ГГ. Погоди, это же Москва-Сити, нет? Москва. Да. Вот это уровень, я не ожидал от Гудгейма такого. Мы переезжаем в Москву-Сити, в главный, в Небоскреб Федерации. Нет. Короче, друзья, сейчас, если у вас есть вопросы относительно макетов, дизайна, а также вопросы пиара, все можете задавать Виктору. Вот, он на связи. Виктор? Так, я тут. Есть что? Выкладывайте. Всем привет, да. Верни старый сайт. Я с радостью анонсирую вам, прям вот без шуток, на полном серьезе, то, что мы готовим белую версию. Правда, она будет немножко не такая, как все ожидают, как всегда, конечно же. Она будет темная. Нет, на самом деле она будет белая. Вот, просто она будет распространяться, белый сайт будет включаться там, где он нужен. Будет у нас интуитивная система определения этой темы. По поводу приложения для iOS. К сожалению, у нас все еще проблемы с iOS-разработчиками, поэтому мы сегодня запустили раздел вакансий. Там до сих пор есть вакансия iOS-разработчика. И вот если по Android у нас получше ситуация, у нас есть главный разработчик, у нас есть Padawan, его ученик Anakin. В общем, и они вместе будут пилить Android-приложение. В Android-приложении мы исправим рекламу, это будет в ближайшем баг-фиксе. Это уже точно записано. Когда в кооп поиграем, помните, я удалил игру. Не психанул, это было сознательное решение. Это было, я находился в здравом уме, в твердой памяти. Вот. Про iOS рассказал. Так. С приложением для iPhone, да, вот, в общем, по iPhone, по iOS, вот, в общем, пока все плохо. Сколько можно все менять? Мы ничего не меняем, мы развиваемся, ребята, развиваемся. Вот. Игорь, привет, кстати. Не, а что ты смеешься, Михаил? Все, да, все хорошо. Будет ли когда-нибудь возможность посмотреть клипы? Вот, по поводу клипов в приложении. Поскольку клипы хранятся у нас на сервере, соответственно, вероятность появления их в приложениях крайне высока. То есть, возможно, если будет реальный запрос хороший со стороны пользователей вас, ребята, то мы довольно быстро сможем это все организовать. Вот. Спасибо за удаление андроида. Изи вообще. Будем только стараться. Когда уменьшат затемнение в клипах? Да, это по клипам еще... Просто мы не написали в новости, потому что это еще не реализовано. У нас есть целый роудмап по клипам. Есть несколько исправлений, в том числе и исправление плеера. Просто нужно дождаться. У нас очень много планов. То есть после... Я не анонсирую, можно немножечко. То есть после... Ну, мы в них уже краем, скажем так, задел чуть-чуть. Это после премиума и переделки, все связанное с автопродлением и премиумом, мы займемся донатом. Будет новое окно доната, она будет по-другому немножко работать. Вот, я надеюсь, более быстро и более лучше. Более лучше одеваться будем, да. Вот. Донат на 300 рэ пришел. Ведро предложение надо добавить. Дорабатывать, да, надо дорабатывать. У меня тоже бомбит. В избранных ничего не вижу. Как раз по этому поводу у нас есть специальное новое боковое меню в андроиде будет, которое будет отображать последние просмотренные вами каналы, но на которые вы не подписывались, а возможно и на которые вы подписывались. И там зависит от алгоритма, который Андрей предложит. Так.
они отвечать что? Я не понял вопроса. Про не отвечать на вопросы, сорян. Галереи и дневники в планах. Ничего не поменялось. Все сверстано, задизайнено. Просто некому, нет рук, чтобы реализовать. Да. Автономат, это, кстати, хорошая идея, мне нравится. Когда бахнут новые слоты, Игорь? Изи вообще. И новые слоты мы введем, скорее всего, вместе с премиумами, с автопродлением. То есть это моя принципиальная позиция, что смайликов должно быть больше, они должны быть разные. И вообще, чтобы качество только росло. У нас есть преимущество над другими стрим-площадками в плане анимаций. Поэтому я надеюсь, что стримеры подхватят эту волну халявы, халявных слотов и сделают еще больше классных смайликов. ТЗ на весь приложуху есть, глянуть можно. Вот, по поводу ТЗ. Если кого-то интересует реально по iOS, кто хочет реально заняться, у нас есть теперь публичный Redmine. Мы там будем вести, соответственно, как и разработку сайта, так и разработку мобильных приложений. Если надо, я могу перенести все типа нереализованные фичи, баги приложения в новый Redmine. И можно будет, собственно, мониторить и писать там мне или разработчикам. Типа вот сделайте то и сделайте это, или наоборот писать типа я хочу, чтобы типа взяться вот за эти задачи вообще без проблем. То есть открытость — это самое лучшее, что может быть на свете. Когда уже введите смайлы на iOS? Тот же ответ. iOS, к сожалению, сейчас находится в сложной позиции из-за отсутствия разработчика. Все меняется, да, все меняется. Сменить игру в названии — нет. Когда займетесь API, это я потом Паша ответит по поводу API. Где нормальная API, это Паша ответит по поводу API. По форуму, да, по форуму Misty Madness созвонимся мы отдельно с модераторами в ближайшее время, как обычно, в привычном формате обсудим все проблемы, все запишем. Все, что до этого говорили, все в задачах висит. И никуда не девается, опять же, не хватает просто рук, чтобы все это реализовать. Клипмейкерам плюшки в родмапе нету, но у нас есть просто плюшки для активных пользователей в чате, называются ачивки, раздел ачивок, который тоже у нас висит. Не-не-не, это зря добавились. Ну, это надолго, но все равно он висит, я нарисован, поэтому... мы не знаем, когда он будет реализован, но я буду топить за ачивки до последнего. Ежедневная цена, да-да. По второму сезону стримеров инфа, это вот к Михаилу. Михаил придет и ответит по поводу сезонов всех и так далее. Вопрос про смайлики премиум был, когда? Аж какой вопрос? В чем вопрос, Bobby Lights? Повтори вопрос. Так, а код на GitHub будет? Тоже вопрос к программисту, который скоро займет мое место. А стримить с Android на ГГ есть возможность? Вот это хорошая тема. Что стримить с мобильного устройства на ГГ. Это спрашивают стримеры. Феликс задал вопрос. Феликс? Да. То есть явно есть спрос, и если копнуть глубже, то это хорошая очень идея. И вообще я за мобильные приложения, особенно если это мобильное приложение супермодное, как Перископ, как ВК Лайф, вы знаете все эти... стримерские площадки, это вот, я люблю это, в общем, я люблю это. Так, а можно добавить фичу по кастомизации пула смайлов на стойках чата? Так, типа саму выбирать любимые смайлы. Да, вот это хорошая идея. У нас сейчас, скажу, но я не буду, наверное, анонсировать сейчас, секунду, вот этот мут есть тут. Сейчас, где мут? Вот мут. В общем, у нас недоделан раздел по заливке смайлов. И когда он будет доделан, мы, соответственно, перенесем механизм ранжирования, то есть можно будет вручную накидать себе смайлики в любимые и любой порядок, который вы захотите, и сохранить, в общем. Так. Реально плееры заставить вещать звук 5.1 на аудиосистемах? А для чего? Стримеры не будут ставить. Для того, чтобы был звук 5.1, стримеры должны пускать не стерео, а что-то более сложное. Михаил говорит, что это не надо, это вам не нужно, в общем, и стримерам не нужно. Так, приложение для ПК, скачай его стрим. Не понял. А, это Феликс по поводу. Вот, еще вопросы?
Еще вопросы? Мало вопросов. Ну хорошо. Сейчас что напишут, погоди. Так что смайликов будет больше, будет иконочки перед никами, будет вообще вся весь фарш, который хотите. Есть ли в планах ввести возможность задонатившим на указанную стримером сумму сыграть стримером в указанную онлайн игру? Ну, собственно, эта идея с соседней, скажем так, стрим-площадки. Адольф, привет. Ну, мы, в общем, внутри Good Game обсуждали различные варианты реализации системы доната, в том числе и кастомизируемые кнопки, то есть типа а-ля нажал на кнопку и какое-то событие произошло, или стример сам создал какой-то типа донат-гол, и все там на него скидывают, например. То есть как идея живет, когда, как это будет реализовано, пока не знаю, надо все это продумывать, процесс не быстрый, но в ближайшее время мы этим само собой займемся. А что такое Перископ и ВК Лайв? Похоже на проект Дом 2. На самом деле, это очень передовые технологии в плане стриминга. Самые передовые технологии. Реал стримами будущее, вот именно, да. Поэтому, ну, коллеги смеются, хотя я не вижу причин для смеха. Аудитории хорошие, больше, чем у нас, у Перископа. Контент не имеет значения. Вопрос же аудитории, правильно? То есть народ такой смотрит. Наверное, есть какая-то часть аудитории, которая хотела бы такое стримить и смотреть. Ясно. Что поле боя не стримишь, я его удалил. Зачем все это? Все это, в смысле все это? Мы работаем, ребята, работаем. Всего тебе, всего мне. Если с ачивками будет идти персонализация иконки ника и цвета. Да, с ачивками будет идти, в плане, в идее, с ачивками будет идти много всего. В том числе и кастомизация какая-то минимальная. А если планы, когда два стримера стримят, то сливать их чаты в один? Ну, собственно, здравствуйте, шоу-турнир. По нему Михаил отдельно скажет, если захотите спросить его об этом. О, Хисус начал трансляцию. Надо идти. Хисус, ребята, привет. Всем спасибо. Мы к Хесусу. Вопрос о модерации копипасты клипов с матами в чат должен делать модер. Я к матам отношусь крайне положительно. Больше матов. Хороших и разных. Поэтому лучше меня не спрашивать по этому поводу. Я люблю маты. Когда удалят фиолетовую полоску слева, черный полос по бокам видео? Это что? Флешплеер, скорее всего, так клево. Возможно, да. Это, то есть я первый. Так. Не имею значения понять. Что? Favorites? Страница Favorites, боже мой, это такая геморрой. Короче, мы к ним вернемся потом. Не волнуйтесь. Было бы супер, если бы стримеры могли включить музыку на стриме в отдельным потоком. Сразу забить. А для чего? То есть это же со стороны стримера должно быть все это дело. То есть они должны сами как-то пытаться манжерить. Да. Сразу забить. Вот. Стрим-марафон. Ну все, вопросы про стрим-марафон. А, последний вопрос. Когда приложение будет на Smart-TV? Я надеюсь, когда мы соберем команду разработчиков мобильных у нас в офисе. А когда это будет? Мы сможем продавить эту идею у Михаила. Сроки есть какие-то? Ну, конкретнее. В мае, получается, у нас приезжает мобильный разработчик. Если мы его сможем убедить с нами остаться, скажем так, подольше, или чтобы он периодически к нам почаще приезжал, вот, то это будет просто отлично. Потому что у нас настолько много идей, всяких проектов и так далее, что тупо не хватает народа. Надо больше хороших сотрудников нам. Вот. Мы хайрим, как говорят. Что? Хайрим, да. Хайрим. У всех странные полосы. Ну-ка посмотрим, что за странные полосы. Что? Я не вижу, что за полосы странные. Ты говоришь вот про это. Если ты говоришь вот про эти полосы, то они появляются исключительно потому, что у нас подстраивают. То есть, грубо говоря, смотрите, фишечка показываю, демонстрирую фишечку. Возвращаемся обратно к... Отлично, Виктор. Интерфейс. Сорян, я уже забыл, что так не работает. Да, возвращаемся обратно к стриму Михаила. А, нужно другой стрим включить. Не Михаила, Альбера, допустим. То есть в зависимости от размера экрана
У нас соотношение сторон плеера остается, то есть, грубо говоря, стрим не растягивается. То есть, хопа, и у нас подстроился плеер всегда, чтобы видно, видно было сам плеер, и внизу кнопки. Вот задача этой штуки. То есть, иногда, да, вы немножко растягиваете, и появляются черные эти полосы. Но от них никак не избавиться. Соответственно, если мы делали бы, то есть, грубо говоря, чтобы, как бы, как это происходит? Чтобы видео растягивалось без ограничений, то оно было бы просто вне, ну, вне, не помещалось на экране, нужно было скроллить. Это глупо. То есть, выбирая между черными полосами и скроллингом, наверное, черные полосы... Театральный окей. режим, подскажи ему. Вот, соответственно, все. Если не нравится, то, соответственно, само собой, театральный режим... И жук, тут и нет проблем. Все можно делать. А можно вообще сделать вот так вот, и вообще круто. Так, и можно агры смотреть. Фуллскрин и табами переключать, куда нужно. Клёво. Это тоже все просили многие. Нифига себе. И месседж этот, ты видел, как все клево сделано? Да-да-да, сейчас я выйду, Михаил, погоди. Какой сайт шикарный. Вообще. Когда? Адрес подскажешь? Адрес подскажешь. Там пеки пошли, не помню зачем, в честь чего. Жук и полосы теперь горизонтальные. Жук и полосы теперь горизонтальные. Отлично. Свой дизайн не знает. Или... Я же не могу его забанить, а? Или могу забанить? Я думаю, можешь, но не надо. Что ты делаешь? Ладно. В конце концов, у меня доступа больше, чем у тебя. Ну, разбанит сам себя, ничего. Спасибо, Виктор. Спасибо, Михаил. Мне так нравится быть перед большой аудиторией. Не то, что он твой стримах. Да, не то, что он у меня, когда у меня два человека смотрит. Все. Так, водичка. Давайте сейчас перейдем к комментариям. Или комментарии можно на Пашу оставить. Павел, ты справишься с комментариями? Может, разделим комментарии технические тебе по задачам, по багам? Как пусть Паша тянет, да ему позадает вопрос. Что ты начинаешь? Я хотел бы, чтобы ливнуть. Ему, когда начали задавать вопросы, я уже шел к ФУФА. К успеху шел. Может, дано этот Warcraft? Дано, вот. Я плюсую. Ребят, давайте голосование проведем. Да ну, Warcraft, да ну. Что сегодня? Что делаем? После трансляции по сайту. Хотя нет, лучше Warcraft, я хоть отвечу, что будет. БГ или War. И мне все равно. Проголосуйте, потому что как бы надо знать. Давай, сейчас со всех смурфов. Вот, а сейчас переходим к комментариям. Комментариев на данный момент всего 42. Слушайте, у нас оказывается все хорошо на сайте. А, да, еще же не сказали о том, что мы начали потихонечку увеличивать штат. У нас же появилось... А, все, Павел расскажет и про, соответственно... Короче, да, давай. О разработке. Сейчас ведущий разраб. Если вы думаете, что вы отличный веб-программист, самое время сейчас... Ставить фейспалм. Попробовать проверить свою компетенцию Павла. В общем, прошу. А, и помните этот смайлик? Да. Да. Ну, смайлик, да, на самом деле уже выпилили. Да, он остался только на моем канале. Так что подписывайтесь, покупайте премчики на мой канал, сможете ставить смайлик, да? Так, значит, рекомендательная система и новый фронтенд. Да, ну, начнем с рекомендательной системы. Вот, расскажу я вкратце. Вы, наверное, заметили, что у нас в клипах какое-то время работали рекомендации. Мы рекомендовали... клипы на основании того, какие вы клипы раньше смотрели, какие клипы смотрели вместе с этим клипом и так далее и тому подобное. Система хорошо работала, всем вроде понравилась, но у нее был один незначительный такой минус. Она была внешняя и она хотела денег. Вот. Денег у нас нет, поэтому мы решили сделать свое. Вот, пока что мы, собственно, работаем над этим. Не знаю, когда, сроков пока нет. Я думаю, что завтра, наверное, уже начнем везде по всему сайту. Будем рекомендовать вам клипы, стримы, комментарии. Будем там собеседников в чате вам рекомендовать. Так что все будет замечательно. Самое главное, смайлики рекомендовать. Да, рекомендовать смайлики. Там пека просто выигрывает всех. Да, что бы вы ни написали, будет рекомендоваться вам пека.
Вот, значит, ну, по рекомендательной системе тут, в принципе, рассказать особо нечего. Всякий там machine learning, nearest neighbor и всякое такое, всякая такая фигня. Ничего интересного, в общем. Рекомендовать плохие стримы. Да. Да есть же плохие стримы. Пожалуйста, мне пледик рекомендуйте. Я думаю, что мы... Да, мы запишем твое пожелание. Да, скобочных нет. Вот. А про, значит, не знаю, кто составлял новость и написал про второй Angular, как бы уволить этого человека. Angular давным-давно четвертый. Четвертый. Вот, а не второй. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. На самом деле история своими корнями лежит глубоко-глубоко еще во времена, когда мы начали делать новый сайт. Bad Good Game, когда вот только начинали, у меня была мечта переделать фронтенд, собранный из говна и палок. Хотелось сделать его таким стройненьким, классненьким, здоровским. В итоге я начал его переделывать, вот, да, к тому времени, когда мы уже должны были релизиться, к говну и палкам добавились куча костылей. Вот, и совсем недавно волевым решением было решено переписать все с нуля. Вот. Новый сайт, да. Я когда сказал это Мише, он очень обрадовался. Показал палец вверх сразу. Да, но на самом деле есть много плюсов. Много плюсов будет у этого. Редизайна не будет, сразу вам скажу. То есть в идеале пользователей не заметит ничего. То есть будет переписан. Да, будет переписан фронтенд, он будет работать быстрее, не будет различных костырей. Показал средний палец. Средний палец, да-да-да. Опять, уже новый сайт. Да, да, действительно, это будет, ребята, новый сайт. Реально будет новый сайт, но... Не успеваем за Адольфом. Да, ну... Адольф ведет по счету сайта. Ну, кстати, вот если говорить про Адольфа, то хороший стример. Пека ТВ, он как раз на ангулярчике, на четвертом. Все хорошо у них там. У них там лейзи лоудинг, да. Но единственное, что у них... Что там? Смайлик? А, да, смайлик, хорошо. Ну, в общем, стоит отметить, что с введением нового фронтенда у нас добавятся, наконец-то, аллилуйя, автоматические тесты. Я думаю, что те люди, которые знакомы с темой, если они узнают, что у нас вообще нет никаких тестов, они будут удивлены. Время для фейспалмов. По поводу API, кстати, да, вот задают вопрос. Сначала будет переделываться фронтенд, бэкенд будет старым. После того, как мы закончим работу над новым фронтом, мы будем переделывать целиком бэкенд. Это еще одна новость. Миша нахмурил брови. Ну, ничего страшного. Вот к тому времени как раз мы и придем к API. Да, сразу в продакшн. Да, действительно. Ну, у нас будут тесты. У нас будут всякие там continuous integration и прочие модные штуки. Я думаю, к тому времени они уже перестанут быть модными. Но не суть. Да, пилим мы, в общем, новый фронтенд силами подаванов, стажеров, которых мы взяли там. Yeah. Да, там студенты у нас работают за еду. Так что за дошики, да, так что вообще классно устроились. Решили вместо смайлика, да, просто гифку вставлять. Вот. Ну, я думаю, что рано говорить тут вот про скорость загрузки, написал Миша. Я думаю, что рано об этом говорить. Я показывал Мише ранние, скажем так, демки. Ну, будет хорошо, будет классно, будет здорово, быстро работать. И лучше быть не может. Это вот что касается... Все, русского IT-бизнеса. Правильно, да, все правильно. Пора писать новую. Не-не-не. Ну, извини, мы не настолько прям быстро можем переписать сайт на новый фреймворк, так что
Извиняй. Хороший вопрос там. От кого? Хэджич. Где? Там Ледокол пишет, правда, почему-то. Где? Дальний вопрос у вас хоть. А, Ледокол он пишет. DevOps реализован. Как раз к DevOps все это и движется. DevOps у нас пока реализован в виде Git Workflow с веточками, там, с pull-реквестами. А в перспективе будет ли поддерживаться IE6? Мы даже IE какой-то там последний, какой последний, 10-й, 11-й, даже толком не поддерживаем. Так, а ты говоришь про 6-й. Если нового дизайна нет, не будет. Нет, дизайн рисуется вообще постоянно. Витя рисует столько дизайнов, что мы не успеваем это все запиливать. У него там дизайнов на полгода вперед разрисовано. Он уже тут под... Горшочек не вари. Да-да-да, он уже тут разные варианты себе новых профессий присматривает. Тут уже менеджер, директор по пиару тут у нас. И т.д. и т.п. Он уже тут редмайн осваивает, там всякие статусы задачам, группы делает. В общем, горшочек не вари действительно. Ansible, там, докер какой-нибудь. Дизайнер не пили. Когда комп появится? Хороший вопрос. Когда скроллишь чат, возвращается так. Одно, да. Так, короче, давайте по технические вопросики в чат, пока я могу очень оперативно, быстренько ответить. Каждый раз вы начинаете делать новый сайт, к моменту релиза он устаревает, и вы начинаете пилить новый молодежный сайт. Да, это бесконечная гонка. Скоро к вам прилетят черные вертушки с логотипом Microsoft на ракетах воздух-земля. А что это за шутка? Ну это типа, не смешите мои томагавки и прочее, вот это все. Ну в общем это политическое, полуполитическое. Понятно. Будут ли реализованы рехосты на ГГ? Скорее всего, нет. В ближайшее время точно нет. По крайней мере, на горизонте их не видно. Но дизайн есть. Дизайн есть. Дизайн уже нарисован, да. Но на горизонте их все равно не видно. Я API не смотрел. В них все есть для создания своего приложения? Отличный подход, я считаю. API смотреть, конечно же, не буду. Да-да-да. Новый сайт делают новые студенты на новых технологиях. Ты правильно уловил месседж. Можно упорядочить смайлики? Бобры к бобрам, коты к котам. Будем. Да, Витя очень хочет упорядочить смайлики, но пока что он этого сделать не может. Технический вопрос. Когда уволят дизайнера и наймут нормального? Авария, привет! Ладно, не буду говорить дальше. Кто сейчас начнет теперь? Да. Когда вернут розовый ГГ? Как стать крутым? В чем сложность переработки фильтра на главный? Вот, кстати, хороший вопрос. Мы его не будем делать. Мы просто его уберем. И это проще. И я могу это сделать прямо сейчас. Так что, как решение проблемы, изи. Прокомментируйте слова FIBA о том, что у вас бэкэнд на ангуляре. А ты зря смеешься, на самом деле. Ты зря смеешься. Почему бы не писать? Во-первых, есть Angular Universal, который можно из-под Node.js запускать и вперед. Еще вопросы? Вам это все равно не нужно. Да, действительно. Про OpenAuth я уже говорил, что мы вернемся к API-шкам и ко всем этим после... Либо когда у нас появятся свободные руки в виде бэкэнд-разработчиков, либо после того, как мы закончим с фронтом новым. Пока что у нас, к сожалению, недостаточно рук на все это. Так что если вы PHP-разработчик, можете присылать резюме. Даже шуток не понимаете полуполитических. Вас когда последний раз из подвала выпускали? Я ответил вам уже. Ходят слухи, что PHP не очень, Python круче. И вообще, когда будут другие языки? Вопрос от Ледокола. Что с системой видео? Вопрос от Бонивура. А что с системой видео? Что за система видео? Бонич? Привет, Бонич. Какая ось на серверах? На разных серверах разная ось.
Есть Цента, есть FreeBSD. На чем бэкэнд написан? Бэкэнд написан на PHP, PHP 7. Кто из вас будет на стримфесте? А, Микер будет на стримфесте? Частично Белорус. Бэкэнд на Node.js? Нет, бэкэнд на PHP. Когда ожидать кейсы на ГГ? Покупаешь кейс, получаешь рандомный смайл от рандомного прем стримера. Часть бабла идет стримеру или в кейсе рандомный прем на месяц. Not bad. Почему именно PHP? А, ну, исторически так сложилось. Изначально писали на PHP и сейчас пишем на PHP. В PHP нет ничего плохого. Все критики PHP идут нахер и как бы... Сделайте вместо вкладки популярные смайлы, нужные, а то их стало столько, что не найдешь нужный, популярных нет нужного. А, популярных смайлах там, на самом деле, популярные смайлы, вкладочка, она была изначально вкладочка «Любимые смайлики», и там были те смайлики, которые ты сам используешь. То есть, чем чаще ты используешь смайл, тем выше он там поднимается. Но... Сильное заявление. Да-да-да. Но недавно это сломалось. Вот. И поэтому популярные смайлы... Скорее нужно пофиксить популярные смайлы. Время приходить на Go. Хорошо, приходи, переписывай. Вот, да, у нас, я же говорю, что у нас сейчас не хватает рук. Мы сейчас переписываем фронт. Вот, как только мы закончим с фронтом, мы начнем бэком заниматься. Как раз ты можешь прийти и переписать все на Go. Пожалуйста. Через микросервисы не пробовали делать? У нас часть вещей работает микросервисами. Те же, тот же чат, та же Notify, те же рекомендации. Это все микросервисы. Можно ли сделать актуальный гайд по настройке QuickSync? Нет, забудь про QuickSync. Забудь на QuickSync, говорит Миша. Да. А все юзают. Игорь юзает. Игорь не все. Нет фильтрных проблем. Где вебка? Виноград юзает. Вебки нет. Вебки нет. Go лучше и быстрее PHP. А, отлично. Ага. Вы ссылаетесь на недостаток рук. Неужели тяжело переманить с других компаний толковых программистов? К сожалению, я не занимаюсь хедхантингом, поэтому... Приходи к нам хедхантером работать. Да, приходи работать хедхантером. Поэтому не могу ответить на вопрос, но в Белгороде мы ищем, как бы программистов ищем, днем с огнем. Вот видишь, уже начали студентов с третьих курсов переманивать. Тяжело, тяжело. Крутые деды пишут на ASM. Когда добавят кн для отображения всех существующих клипов канала, а не только популярных? Так это, ты заходишь? Все клипы с примером. Да, заходишь на канал, нажимаешь клипы внизу и смотришь там клипы. Почему не Haskell? Ага. Можно, типа, лично у меня все норм с популярными, стабильно, все в пеках. Значит, отлично, у тебя все работает. А микросервисы через микросервисы пробовали? Слушай, ну вот, когда запилим новый Good Game, там уже как раз модно будет микросервисы через микросервисы. Когда начнется программа по прекращению оттока зрителей из Джуджейма? Днишеру ответь, что я уже сегодня ответил на его вопрос. Будет. А кому? Днишер. Денишер? Ну, я, видимо, еще не долистал до туда. Я не успеваю. Не, нормально, успеваю. Не советую Go как основной язык. Поспорь с ледоколом, вот пообщайтесь с ним, вы там найдете много... Ледокол мамку? Да-да-да. Да-да-да, много очень будет комментариев про мамку и про анус. Нужна вкладка с нужными смайлами, которые выбираешь сам. А не автоматически. Вот не поверишь, Амиго, когда я изначально заделал эту штуку, я сделал так, что правой кнопочкой кликаешь на смайлик, нажимаешь «Добавить в любимые», и там появлялись. Но Витя сказал, что надо сделать автоматически. Сделали автоматически. Принесите вебку, нам нужен новый смайлик. Я на самом деле не бритый, не мытый, поэтому я отказался от вебки. Предлагаю нанять Адольфа, у него большой опыт работы с успешными порталами. В Белгороде программистов ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вроде есть. Помнится на прошлом стриме... Не, кстати, вот студенты он, хороши, я прям радуюсь. Помнится, на прошлом стриме была задумка от FIBA, где можно было drag-and-drop'ом выстраивать смайли. Будет, да, скажи. Будет, уже делают.
Парни, вы большие молодцы. Приятный сервис, приятные люди, больших успехов. Спасибо большое. Алис Солдмен. Что? Там сказал, что я предложил. Забей. Фагера барит. Ну, пишут, что не очень. Привет, только пришел. Ты кто? Отлично. Вам не нужен разработчик на питоне? Нет? Вашей маме не нужен здесь. Отличная шутка. Так, Понти, привет. Новый ГГ. У вас еще старый не скис. Нашел кого слушать, окей. А вот стрим останется. Наверное, да точно, запись идет. Запись идет. Мягкий знак это. Мягкий знак, чувак. АБ-тестирование есть для фронтенда? Вот АБ-тесты, кстати, очень хорошая тоже тема, которой мы медленно, но верно движемся, очень медленно. В перспективе будут АБ-тесты. Это сообщение никакой не несет никакой смысловой нагрузки, его можно не читать. Спасибо, Рутони, спасибо, Рутони. Чтобы прекратить отток зрителей, необходимо убрать кнопку «Выход». Отлично. Я не разработчик, но со своим живым питоном. Смайлик, кстати. Отлично, отлично. Это, я считаю, просто... Запускай стрим. И стрим питона. Искать разработчиков на PHP в 2K17 – это как искать ветеранов Первой мировой. Ищите в домах престарелых. Тоже неплохо. Вопросы закончились. Можно, конечно, перейти к комментариям. Да. Часто мискликаю. Вместо отключения звука или использования панели отписываюсь от стримера. Может, эту кнопку передвинуть куда-то или хотя бы сделать подтверждение отписки? Как не устает заявлять Михаил, у нас киберспортивный портал, и если ты как бы мискликаешь, то попробуй поискать другой портал. Возможно, когда у нас будет новый дизайн плеера, там будет громкость повыше еще стоять. Возможно, но это не точно. Ну, не точно, да. Постоянно разлогинивает, когда закрываю браузер, это норма. Тебе поможет очистить куки, и все, и будет хорошо. Есть ли возможность помочь вам на бесплатной основе написания небольших отдельных модулей? Да, ледокол, да. Ледокол разжигает. На момент, собственно, обучения. Не на кошечках, для, наверное, проекта так поболее будет мотивация. Мэнн Блэк Джей, ты напиши куда-нибудь. Напиши на Майкер Собака Good Game, что тебя интересует, какие технологии, и поподробнее, пожалуйста, вот с этого момента. Если что, да, есть такая штука. Как прекратить отток зрителей? Попросить поискать другой портал. Очисти куки. Окей. Пишите с портала. Так. Михаил, привет. Привет. Наверное, часто тебе задают вопрос. Возможно, иногда ты задаешь его сам себе. Ну ничего, спрошу или я. Есть ли у вас планы по интернационализации сайта? Локи объяснил суть проблемы. Да. Да, действительно. Есть проблема. У нас сейчас очень много вещей захардкожены. Вот. Но, опять же, апеллирую к новому фронтенду. Изначально там заложена интернационализация, вот, и автотесты. Так что в перспективе это будет. Здесь ты говоришь о турнирах, о том, что в турнирах хотелось бы. На старом сайте у нас турниры были с переключалочкой на английский. Но мы это потеряли при переезде. Ничего страшного. Ничего страшного, вернем. Да, действительно, это будет. Добрый вечер. Добавьте, пожалуйста, возможность отсортировать клипы на странице стримера «Новое популярное». Ага, интересно. Виктор, как вы прокомментируете это? Запомнил, записал. Может, мне в этот, в задачку сразу? Зачем? Если на новом контенте. Я потом разберу. Хорошо. Так, я сейчас потерял стрим. Сейчас, секунду. Оп. Михаил, проблема есть. Решено. Пофиксил. Возможно, стоит сделать на странице клипа блок еще клипы не за все время, а за месяц. На самом деле проблема в том, что, опять же, повторюсь, мы использовали рекомендации, которые хорошо работали.
А сейчас мы их отключили временно, пока пилим свои. И поэтому там вводятся самые популярные клипы. Да, конечно же, там этот Жигуль, который, кстати, вообще ни хрена не смешной, но не суть. Он там висит и набирает, продолжает просмотры. В ближайшее время, буквально там через пару неделек, мы зарелизим в первую очередь в клипах в нашу рекомендательную систему, которая будет уже рекомендовать там что-то более актуальное. Смайлы. Идея магазина смайлов еще жива или от нее отказались? Пользуя текущей системой с привязкой према. Отказались. Отказались? Нет. Я отказался, я ничего не знаю. Ты, Виктор, ты, я помню твои слова. Ты говорил, что я профессионал, я нарисую. Да. Я не хочу, я но я нарисую. От идеи это я отказался. Как ты можешь рисовать без идеи? Сотрудник года. Сам создал проблему, сам решил, отчитался о проделанной работе. Так и работаем. Так, меняемся. Отлично. Да. Вы убираете плюшки, но нет. Если... ага. Угу. Чет прем как был платный, так и остался платным. Да. Нет настроек ленты, нет настроек лички, магазина с смайлами нет, приложения для яблока нет. Это I Like Good Game, да. I Like Good Game, чмавки. Да-да-да. Всем чмоки в этом чате. Убираем опцию рестрим. Ретрансляция будет, проще говоря, рестрим на Twitch вообще не будет больше работать. Спорное заявление. Да. Проблема такая. Допустим, есть два стримера, А и Б. У меня есть премиум на стримера А. Я захожу посмотреть стримера Б, включаю участие бесплатного премчика. Если в течение этого времени я вернусь к стримеру А, у которого я купил прем, у меня не будет доступно премиум качества трансляции? Просто не говорит кнопка прем. Да. Проблема не будет актуальна. Мы просто уберем ее. Как с фильтром поступим, выпилим просто, как бы, нет платного према, нет проблем, исходное качество, да. Кнопку тестового према уберут, да. Верните поиск клипов по играм. Вот это хорошая тема, но... Да. Возможно, Витя хочет запилить теги всякие разные. Ну, это вообще тоже не к этому. Да, так что, короче, скоро вернем. Вернем, но не сегодня. Как перевести себе донат на кошелек ГГ, чтобы потом донатить быстро без авторизации? Ну, во-первых, ты можешь создать свой канал и задонатить сам себе. В таком случае ты получишь деньги себе на кошелек, с которых сможешь, собственно, донатить. Но вот сейчас пока до завершения стрим-марафона донат с кошелька закрыт, но он откроется 1 мая, так что, как вариант, можешь сделать так. Кто может объяснить, как работают фильтры ленты на главной? Никак. Выпилим. Да. Работают, если открыть... понятно. Это к фильтру. А, точно, это турниры. Ладно, проехали. Сделать так, чтобы при выборе какой-то игры возвращался самое начало. Хорошая тема, по-моему, даже баг такой был. Но я еще раз создам на всякий случай. Проекты. Good game. Новая задача. Какая неудобная клавиатура. Создать. Так, поехали дальше. Записал проблему. Когда начнет адекватно работать фильтр? Не начнет. Забудь о нем. По какому принципу подборка лучших? Тоже вопрос, на самом деле, к рекомендательной системе, к оптимизации алгоритма подбора. Действительно, она работает сейчас хреново. Но мы работаем над этим. Мы работаем действительно над этим. Недавно поднимали тему по поводу Дискорда. Не думали добавить ссылки на него в группу ВК? Неплохая штука, дополнительно пассивный... Вот ссылка на него. Ну, ведь, насколько я знаю, у Good Game нет официального Дискорда. То есть там ребята какие-то сделали Дискорд, видимо. Так что, наверное, нет. Поправьте ссылки в ленте при ответе на мои сообщения, чтобы прокручивало сразу к ответу. Кажется, был баг, когда мне ответили под клипом, вообще не было ссылки. С комментариями тоже грядет очень большой реворк, редизайн. Но, к сожалению, это не так быстро.
У нас был программист, который как раз занимался комментариями, вот, но он работал на Good Game в свободное время, когда его загрузили на основной работе, он сказал, что не сможет больше, к сожалению, продолжать над этим работу, а подхватить пока некому. Вот. Поэтому проблема пока остается, но, опять же, мы работаем над этим. Если какой-то гипотетический пользователь захочет распечатать себе футболку или плакат с атрибутикой ГГ. Засудим. Может ли где-то на сайте выложить все существующие макеты? А то уж приходится через Нифанду доставать. Скажи, что планируется раздел с правильными логотипами, правильными цветами. Витя вообще хотел как бы мерчем заняться, это, я насколько я помню. И барыжить футболками. То есть он хотел такой стартап в стартапе сделать. Да, так что, возможно, он не будет выкладывать, как бы, макеты, чтобы у него идею эту не украли. По поводу мульти-ГГ. Можно сделать, чтобы поддержать кнопку мульти... Около... При нажатии выкладывать... еще... Юзер тыкает... На... Что... Сдать... Сложно! Воркин... Реквестирую новый смайлик вместо дамы, работаем над этим. Извини за длинный пост. Можете не платить за гениальную идею. Очень, очень сложно. Вить, ты видишь вот этот вот комментарий? Сейчас. 23, пункт 6. У меня один пункт 20. Да. Пополнял. Да. Видимо, он пополнял. Вчера смотрел. Это от бампера. Привет. Миша как раз и вышел. Черт. Так, что это? Вот мультик. Я надо Мише вот этот комментарий показать. Миша вряд ли будет перечитывать комменты. Такое творчество пропадает. Эх. Михаил. Ладно, я попытаюсь запомнить, чтобы зачитать этот комментарий. Окей. Здравствуйте, Михаил. Уже прошло несколько месяцев с прошлого стрима по сайту. Я все так же в подвале у Понти. Все так же душевно. Без изменений, жив, здоров. Вот, кстати, когда появится возможность удалять личные сообщения и едить? Когда готика? Личные сообщения удалять? Как бы не пиши их и не придется удалять. Опять же. Не, на самом деле, как бы, действительно, задача такая есть. Она в публичном РМе есть? Хорошо, она есть в публичном РМе, так что ты можешь ее там найти. И, Михаил, есть комментарий один, который я хочу зачитать. Сейчас, комментарий от пользователя с ником Бампер. Вчера смотрел твой стрим по пуб, наблюдал кучу крабов в чате, при мне такой фигни не было. Все хорошо. До новых встреч. До новых встреч, да. Февраль. Хотелось бы, когда в чатике на ник нажимаешь скроллом на новой вкладке, открывался профиль. На как обращение, так сделать. Окей, неплохо. Not bad. Я запишу. Я понял, о чем речь. Оп, новая задача. Есть. Это же хорошо. Нет, такой фигни, я тоже думал. Создать. Это хорошо. Профиль открываешь. Последнюю кнопку открываешь. Хорошо, я записал. Записал задачку. Спасибо большое, я плюсану. Плюс один. Сегодня февраль. Нет. Минусану. Смайлов стало много и разных. Они очень непорядочны в общем порядке. Хотелось бы банального порядка. Пеки в одной куче, да. Коты вместе, да. Бобры вместе, да. Желтые колобки в другом месте. Отдельно мемы, отдельно животные, отдельно игровые. Можно зайти на тест и показать, что мы сделали, ну, по крайней мере, то, что сделал перестановку. Перестановку? Это у... Тестовый. У кого? У стримеров? А, но тестовый сломали сервер. А, ну это вроде. Он не грузится. Не работает! Нормально. В общем, на самом деле, да, перестановка смайлов уже близка, она уже, говорят, на тестовом сервере, так что скоро можно будет сортировать смайлики. Сложно, действительно. Это будет. Мы работаем над этим. В
Firefox последняя версия. Пара проблем с функцией плеер в окне. В ленте. Сорян. Смещается строка поиска. Ну, это мы, скорее всего, запишем, просто давку дадим, тут можно читать. Так. А тут что такое? При комбинации театрального режима пропадает за... Ну, за... Сюда, Хорошо. Список... Ага, забаненных это в принципе так работает. Криво. Наткнулся на это. Да. Скролл так и не пофикшен. Хорошая задачка, но... Классно под этим, под окном пека. Где? А, вот, пека, да-да-да, пеков вставил. Да он вставил просто. Хорошая, вот прям... Единственное, что его же не скопируешь вот так вот просто. Вот нельзя вот так взять, скопировать и... Надо, я нарежу задачу. Витя сказал, что он нарежет задачу, так что он сделает задачку. Зачем тогда мы вообще читаем эти задачи? Мы можем отвечать на вопрос. Удали FF, поставь Chrome. Но прикол в том, что действительно нет ни одного бага, и с тобой... Ага, отлично. Нет, Firefox мы поддерживаем, так что в баги в Firefox мы будем фиксить. Более того, если как бы есть желание напрямую сообщать нам о подобного рода багах, можете присылать свои контакты, Skype, мы добавим вас в конфу тестеров. И вы сможете там туда сразу отписываться. Мы максимально быстро, не дожидаясь МКЛ, будем это все конвертить в задачи. Вот. Быстро фиксить не обещаю, потому что у нас сейчас как бы небольшие кадровые проблемы, но конвертить задачи будем. Ты забыл сказать, что это бесплатно. Бесплатно? Конечно, да. Ничего платить нам не нужно за это. Стоимость према. Вот, кстати... В новой системе можно будет повышать стоимость према. Неонавт удалил комментарий, не знаю почему, но сразу отвечу, что у нас сейчас на стороне стримера есть выбор. 79 или 149 рублей. То есть стример может поставить цену 149 рублей. Но мы это уберем. Мы это выпиливаем. Вот. Скорее всего, в ближайшее время у нас будет возможность со стороны зрителя регулировать стоимость према. То есть если зритель хочет, он может... купить прем подороже, вот. Но пока что это не в первой версии, это, скорее всего, чуть попозже будет у нас. Окей, вот вам еще один глюк. Подписался на канал, задонатил 100 рублей, отписался от канала, канал остается висеть в избранных и удаляться не хочет. Воу, это очень странно. Слушай, а у тебя сверху там не висит случайно табличка такая, типа, подключаюсь к серверу? Потому что, в принципе, донат и подписка, она никак не связана. Ну, я на всякий случай сделаю задачку, мы проверим. Но я думаю, что это совпадение. Канал остается висеть в избранных. Создать. Было просто супер, если стримеры могли включать музыку на стриме отдельным потоком. Так что, смотри. Ответь на вопрос, зачем покупать прем дороже, когда можно купить два према? Такие вот товарищи. Зачем покупать два према, если можно купить прем дороже? Такой тебе вопрос. Закрыть дыру при прокрутке, при накрутке. Это не дыра. Так изначально было задумано. Вот. И да, так что это окей. Скорее всего, мы просто будем выводить в клипы дня, только учитывая уникальные просмотры, а циферки останутся. Запретить создание клипов забаненным каналом на канале пользователям? Лол? Не. Сделать кнопку создания клипа неактивной. Если пользователь... клипы под галкой, нельзя писать... Лол, сделать кнопку создания клипа неактивной, если пользователь смотрит на среднем или ниже качестве? То есть, если я смотрю на среднем, я не могу клипы делать? Лол? Нет. Почему средний должен страдать от того, что... Да. Выводится более популярный вкладки «Самый свежий», которые набрали, а также... Нет. Нет. О! Ну, это здравое предложение. Я согласен, что дублирование не стоит делать. То есть, как бы бороться с дублированием клипов нужно. Но это не таким способом. Нет. Неправильно.
все клипы, куда будут выводиться созданные клипы, например, от 10. Зачем? Все сильные ощущения, что ты был одним из ураров симулятора козла. А что там было? Ты был симулятор, не увидел, что ли? Я слышал о нем, но не знаю, о чем там. Ты управляешь козлом, можешь такие... Я понимаю, почему я разраб всему. То есть как это связано? Ты не выдай, главное, что он сравнил. А, окей, я думал, просто это какая-то есть аналогия, почему. Пофиксите, наконец, сетку на весь экран. Вот, кстати, с фиксом сетки на весь экран недавно заливали апдейтик, он сломал там другую тему, поэтому его откатили, сейчас ждем, пока разработчик сделает фикс фикса, и нет, тогда зальем. В принципе, да. Так, все очень круто, спасибо. Пожалуйста. Я, конечно, люблю ГГ, но на сопоставском твиче при конце подписки дается на ресаб, и права ресаба остаются замутить плюс 3-7 дней. Нет, у нас страйки вообще не теряются. То есть страйк будет собираться, даже если ты там... Хоть ты там через полгода подпишешься, у тебя страйк сохранится твой. Даже если ты премчики активируешь, у тебя будут страйки. Прям вообще все для людей. Не то, что на супостатском твиче. Запилите автоматическую ссылку на клип в чат после... Не-не-не. Это бред. В смысле, так у нас есть же кнопка скопировать ссылку? Нет, речь идет о том, что ты нажимаешь создать клип, и сразу в чатик падает ссылка на то, что типа я создал клип. Нет. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V и вперед. Можно, не знаю, сделать, чтобы буфер копировался. Но мне кажется, это только увеличит количество спама, тем более, если мы сделаем красивую оберточку в чатике. Кнопка внизу есть под плеером, копирует ссылку, вроде работает. Да. В общем, это нет. Минус тебе. Можно добавить опцию заметок в подписок, когда много стримеров, уже не помнишь, почему подписался и что там важного. Это хорошая тема. Нет. Что значит хорошая тема? Ну, это не сейчас и честь, но это было бы прикольно. Это бред бреда. Зачем подписываться на 500 стримеров и потом не помнить, почему ты на него подписался? Ну, ребята, ну камон! Смотри, ну... я, допустим, подписался, вот кейс, смотри, вот это, ну, поставь это. Сейчас, подожди. Кейс такой, вот недавно у нас был стример такой, девочка приятная очень, играла на укулеле. Я, допустим, ее не видел до этого, вроде стримила. Ну, окей, подписался, и что? Я подписался на нее, но я, блин, вообще не помню, ну, то есть, она давно не стримит, и я, типа, даже ник ее забыл. Я ходил, смотрел в чатике, где кто скидывал ссылку ее, как ее вообще зовут по нику. То есть, я даже не мог у себя найти ее, как она вообще, и кто она, понимаешь? То есть, такой кейс реально. Мне кажется, как бы проблема на вашей стороне. Ну, Виктор, да, я забыл, кто Виктор, это. Я тоже подписался на эту девочку, и прекрасно вижу ее у себя в избранном, а я не знаю, помню, кто она. Ну, в общем, не важно. Это, не только, это, важно. Это какая-то дичь, на самом деле. Не слушай Фиба, не надо подписываться на 500 стримеров. Да это вот реально, мне это напоминает людей, которые добавляют в ЧС там 500 себе стримеров, и потом говорят, что типа, почему вы меня ограничиваете, почему я не могу добавить 501 человека в ЧС. Валера подал в баре, пришел домой, наподписывался, утром уже не помнит. Точно. Точно. Как насчет функции объединения чатов при совместном стриме? Я выдвигал несколько раз эту идею вот на мульти ГГ, как раз делать так, чтобы чатик объединялся, и чтобы ты как-то каким-то образом мог выбирать, в какой чатик писать, или, может быть, там сразу в оба писать. Нет, сразу в оба, это, конечно, дичь, но почему-то Витя не поддерживает эту идею. Пока что мне не удалось ее пропихнуть. Возможно, в дальнейшем... как-то мы сдвинемся в этом направлении, особенно когда если сделаем мульти-ГГ там на несколько разных, допустим, на 4 стрима, на 8 стримов, на 12 стримов, возможно, удастся это сделать. Экстмайкер, дико плюсую. Окей. Когда кто-то пишет в чате человеку, у которого в нике присутствует мой ник, мне тоже приходит уведомление. What? Да, это действительно так. Ну, как бы... Не, ну давай я задачку запилю. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь это пофиксит. Это не очень высокий приоритет, но... Короче. Сабж. Упс. Дай... Что за клавиатура тут? Создать. Поехали дальше. Привет.
когда уже Good Game будет доступен на Smart TV? На этот вопрос уже отвечали. В мобильном варианте можешь делать убирание, открывать полэкрана. Что? В мобильном варианте со смартфона сделать убирание нижней строки плеера, а то она закрывает кусок экрана. Важная информация, особенно в ВК-3. Ты обычно тап по экрану убьешь, выходит, если так видно? Работает? Не знаю, но давай я, короче, тебе это оставлю. Хосты будут на Good Game? Пока нет. Перфекционисту немного плохо. Ну, здесь вот как бы отключи рекомендации пока, Нишер, и у тебя все будет хорошо. Или крестик вот здесь нажми, и тоже все будет хорошо. Индезит. Блин, что за цирк? По кнопке попасть не можешь, а виноват сайт. Ну, вообще, в данном случае обратиться к специалисту. Оп, все геймеры. Обратил внимание, оп. Окей. Все, кто поставил тебе лайки, тоже промахнулись. Точно. Чатик, хотелось бы, чтобы была отдельная вкладка. Нет, ты пиши комментарии в комментарии. Зачем? Чатик читать долго. В чатике флут всякий. Когда переходишь в режим фуллскрин, при этом делая малейшее движение мышью, всплывает нижняя часть плеера с кнопками, которая не уходит со временем. Приходится снова выходить из фуллскрина. По-моему, как бы я, конечно... Да не, все нормально там, все работает. Давай вот мы сейчас какой-нибудь стримчик запилим. Вот даже давай просто откроем. Ох, так, вот смотри. Play прожмем. Вот, смотри, оп, ушел, видишь? Открываем, мышкой не шевелим, оп, ушло. Открываем, мышкой не шевелим, оп, ушло. Не знаю, в чем твоя проблема. Ты будто случайно задеваешь, когда... Он говорит о том, что когда задеваешь, у него панелька не уходит. Отпиши хотя бы, что у тебя за браузер. Может быть, это какая-то... Странная багуля. Так, очень срочный вопрос. Мы работаем над этим. Майкер играет в ВК-3, меняемся к лучшему. А на главное поле боя с Игорем как-то... Как так-то? Да, есть такая проблема. Проблема в том, что у Миши активно сразу несколько анонсов. Вот здесь вот у него есть анонсик. Какой медленный компьютер. Вот. И вот из-за этого анонсика... Он выводится не в том разделе, где надо. Надо дезаблить. Оп, и теперь все будет хорошо. Где? Где? Меняемся к лучшему. Все, отлично. Из-за таких людей отмечал, сайт продолжает скатываться по мойку. Лол. Не, ну я считаю, что это наезд. Есть такая проблема, они уходят в фуллскрине. Куча предложений. Окей. По ведроиду отвечали же уже тоже, что скоро, в скором времени у нас новый подаван начнет заниматься ведроидом и фиксить баги. Поломай. Так. Привет. Люблю вечерком на стриме побегать с кинцом. Или с малым количеством зрителей, так тебе пишут на ответ сообщение, идет сигнал. Захожу, там нет сообщений, и опять пилинь, хотя сообщение громкий, пофиксить. Шоп. Отключи звук. Отключи звук сообщений, и все. Звук отключаешь? Тут есть в настройках. Настройки чата. В миксере можно убавить звук. Где звук? Вот, звуковой сигнал. Видишь? Галочку убираешь, и все. И звук тебя больше не беспокоит. Бывает, просматриваю несколько стримов в течение короткого времени и постоянно вылезает реклама. Очень раздражает. Можно выставить рекламу таймер. Типа не больше одной рекламы в 2 минуты. Хорошая тема. Нигилист. Нет, я передам эту информацию. Обсужу завтра. Не завтра, а завтра. Завтра. Обсужу с Мишей. И, возможно, мы это сделаем. Не так давно мы проводили эксперимент интересный. Мы не показывали рекламу новым пользователям. Те, кто пришли меньше двух недель, в течение двух недель мы вообще не показывали рекламу. Хотели узнать, насколько это влияет да, на вовлеченность, на процент отказов. Выяснили, что никак не влияет, и отключили это нахрен. А вот эта тема приятная, я согласен. Потому что именно вот из-за такой вот дресни как бы ставят отблоки. В
чате выделяет похожими никами. Да, это я уже сделал, запустил задачку. Личные плейлисты с клипами. Тебе понравишься, создает пользователь. Погулять? Да, да. Витя очень хотел сделать плейлисты с клипами, так что в перспективе, скорее всего, это появится. Опять же, не обещаю по срокам, но плейлисты автоматические и плейлисты пользовательские у нас, скорее всего, будут. Эстафета убийств, аксиомы. Подборки клипов вроде как были начинания от аспиранта, он делал подборочки. Вот, не знаю, чем это все закончилось, к сожалению, я не захожу в раздел видео, поэтому не знаю, не могу сказать ничего по этому поводу. Возможно, опять же, с введением рекомендательной системы и с плейлистами заработает тема с подборками. Опцию заметок в подписках, когда много стримеров, не помнишь, плюс один. Лол, ну что, рили? Сколько у вас таких, ребята? Давайте голосование в чате. Давайте голосование. Голосование в чате. Не, я как бы, почему нет? Я признаю, что я был неправ, если что. Так, смотрите, значит, вопрос. А, собственно, так. И ответы. Почему? Почему я не могу писать? Здравствуйте, баг. Потому что он обновляется. Баг запустили. Пасос. Я вообще предлагаю переписать трещину, потому что этого не было. Дайте мне голосование создать. Не получится, я бесполезно, только переобновить столицу. Или новое голосование. Так, сейчас. Бэк. Сейчас. А, нет, пасос. Заруинено. Так, я сейчас на отдельно вкладочки открою. Так, у нас тут есть плеер в окне? Чат в окне, есть. Пофикс этот баг. Да. Вот теперь их спамов накидают. Да. Не, ну ребят, ну серьезно. You gotta be kidding me. Руин, жуха багуля. Ну серьезно. Ай. Нет. Ладно, ребят. Давайте, короче, плюсики в чат, кто по стариночке. Плюсики в чат, кто за заметки в подписках. Пеку те, кто против. Давайте, погнали. Погнали. Так, плюсики. О, пасос. Ну, Виктор, задача отправляется. Мяч на вашей стороне. Пилите заметочки. Спасибо, пацаны. Спасибо. Ну, кстати, пек тоже много, пек достаточно. Виктор, одна, пожалуйста, просьба для меня. Вот от тех пацанов, у которых все нормально с памятью, сделайте, пожалуйста, заметки так, чтобы они не мозолили глаза те, кому они не нужны. Вот. Все, это единственное пожелание. Тогда запилим. У меня из-за вас хром завис. Welcome, обращайся. Возможно, совпадение. Тем не менее, у чела в подписках у меня нет. В избранных до сих пор подписался. Глюк, наверное, был. Задачу можно удалить. Спасибо за репорт. Удалим задачу. Есть личное сообщение, прочитал в чате, остается висеть в разделе личных сообщений. Да, если ты ответил на него, то оно отмечается прочитанным. Если не ответил, то мы не знаем точно, как бы видел ты его или нет. Хотя можно по наведению, допустим, отмечать прочитанным. Как думаешь, Виктор? Я прошу поставить. Если личное сообщение прочитал в чате, оно остается висеть новое сообщение в разделе личных сообщений. Сообщений. Ну это не баг. Это не баг. Это не баг. Сообщение пришло тебе в личке, в чате. Я его прочитал, и оно остается плюс один висит. Плюс один остается. Ну а как мы узнаем, прочитал ты его или нет? Это хороший вопрос к тебе. Хороший вопрос. Я вот говорю, можно сделать по наведению, допустим, как в ленте у нас. Ты наводишь на сообщение, значит, ты его прочитал. Обнови, блин, мое сообщение. Дизи стайл. Не работает. Так это не работает. Пиши новое сообщение. Сорян. Можно добавить сообщение палец вверх, вниз, но и смайлики, как это... Витя предлагал запилить смайлики, голосование смайликами, как на Твиче. Но я не помню, почему мы это не стали делать. Наверное, потому что так на Твиче сделано. На Твиче я уже это сделал. Можно еще добавить заметки забаненным, замученным. А еще добавить заметки к заметкам. Добавить заметки к пользователям, к списку пользователей в чате, чтобы можно написать, что вот я общался с этим челом, и он не очень. Упырь, да. Да, и он упырь, не отвечать ему. И каждый раз, когда в чате пишется сообщение, у него пометочка такая, упырь. Упырь вообще прям. Да. По Alt-Enter отправляются новые комментарии.
А если идет редактирование по Alt-Enter, сохранение и происходит. Хорошая тема. Хорошая тема. Но это скорее к новым. Ой. Нет у нас. Баг-трекинг закрыл. What? Проекты. Good game. Новая задача. Alt-Enter. А, вот так вот. Погнали дальше. Когда открываешь много клипов, в комментариях все начинает тупить. Хочется иметь возможность скрывать раскрытые клипы. Хорошая тема. А возможно, нужно пофиксить, чтобы не тупило. Тоже вариант. Создать. Спасибо. Было круто выводить, когда последний раз стример был онлайн. И с каким контентом? А то я не знаю, умер он или нет. Вообще, на самом деле, у тебя в подписках, вот здесь вот, стримеры сортируются по последнему онлайну. Вот. Можно сделать какую-нибудь фичу, чтобы типа при наведении показывалось, когда он был онлайн, наверное. Ну, это на будущее, наверное, напишем. Да, ну, Витя это не нравится идея, поэтому... Почему не нравится? Я говорю, на будущее запишем нормально. Да, ну, вообще, как бы, да. Вообще, не, я могу рассказать тебе секрет, как можно... смотреть, когда был стример онлайн. Больше инсайдов. Да-да-да, тут... Да-да-да, хак инсайд. Тут нажимаешь здесь, короче, посмотреть код. Oh. Вот. Для этого у тебя должно быть установлено расширение. О, блин, у Миши не установлено, лол. Ну ладно, хорошо, смотри, запоминай. Берешь, короче, вот так вот делаешь. Находишь нужного стримера. Вот, допустим, какой тут блок. Сейчас какой-нибудь. Вот, давай, короче. Надо повыше где-нибудь собрать. Пам-парам. Ладно, давай вот это возьмем. Сейчас стрим инфо. Врап. Нет. Все плохо. Короче, забудь об этом. Да. Поставь расширение для Angular, которое показывает скоп, и там будет поле такое. Нормально вообще. Хочу возможность переставить палец вверх и вниз первые 5 секунд. Очень часто тыкаю не туда, особенно с мобильного. Спасибо. Кого именно? Да, не важно. Удобненько. Не, пацаны, если вы хотите, я вам покажу дальше. Там, короче, нужно прописать через консольку, через коп. Да, рили. Не, на самом деле есть еще более простой способ. Опять открываем здесь консольку, смотри. Значит, в нетворке здесь есть вкладочка VS. Сейчас, подожди секунду. Вкладочка VS. Ну давай, сейчас в новом окне откроем, копировать. Сюда открываем, смотри. Оп. Так, вставляем. Открываем консолечку. Посмотреть код. Переходим сюда. Оп. Смотри, открываем, значит, Network WebSocket. Вот. Сейчас, секунду, подожди. Загрузится сайт. Нормально все будет. Нормально все будет, да. Вот, ищем здесь вот вкладочку Fit. Вот. Ждем, пока загрузится лента. Блин, она, конечно же, сейчас не загрузится. А, вот, загрузилась. Смотри, fit. Fit. Да. Смотри, берем вот здесь вот get favorites answer. Открываем. Вот, здесь у нас список всех каналов, которые у тебя в избранном. Вот, у него есть поле last online. Вот, это timestamp. Unix timestamp переводишь в дату и получаешь last online. Когда был стример онлайн. Изи же, ребята. Ну, я прям не знаю. Ну, как маленькие, честное слово. Так. В клипах не скрывается левый верхний угол с лого стримера, неудобно. В клипах не скрывается верхний... А, Монклав был последний раз онлайн. Отлично. Экзамен нужен. Да езжишь, Сизи. Пошла тестить. Отлично. В клипах не скрывается левый верхний угол, неудобно видеть игроков в пати. Хорошая тема. Запустим. Что говорят еще? Очень удобно нет. Да. Кто написал, да? Я устал смеяться уже, но болит голова. Лицо болит. Дальше погнали. Бывает такая проблема. При разворачивании на весь экран стрима меню плеера не сворачивается. Ну, клип записали, спрошу, что это. Клип о том, как правильно... Отлично, спасибо. Спасибо. Смотри, берем вот здесь вот get favorite, открываем. Отлично, проблема с фуллскрином еще разочек всплыла. Вполне актуально, видимо, раз много жалоб. Я создам задачку и попросим кого-нибудь из тестеров отловить.
Меню плеера не сворачивается. Вот так вот. Панк. Так, ребят, если кто-то из тестеров есть, вот, пожалуйста, вот сразу к вам задачка. Да-да-да, постоянно тестеров. Это нормально. Это окей. На самом деле это красиво. Да. Смотри, как видишь, как все четенько выстраивается по линии. Я считаю, это победа. Почините пеку. А с пекой все еще проблема, да? У нее ее не пофиксили? Ну, это когда, собственно, заливка с маленькой. У нас гифт не заливается. Нельзя жаловаться. Не надо жаловаться. Не надо жаловаться. Рекомендации совпадают с популярной. What? А, рекомендации, да, на главное выпилили ли-ли-ли-ли, потому что пока мы делаем всю рекомендательную систему, они сейчас не работают. Можешь просто отключи рекомендации. А, ты не сможешь отключить, потому что... Прости. Короче, ребят, объясняю, как отключить рекомендации. Открывайте консольку. Вот, ну, да, ладно. Да-да-да-да-да. Хотелось бы, чтобы была отдельная вкладка с созданными клипами на стриме. Интересная, кстати, задачка. Интересная. Но вообще, вот опять же, это решает рекомендательная система. Вот предыдущая рекомендательная система замечательно просто рекомендовала клипы, созданные в рамках этой же самой трансляции. И это была очень классная фича. Я думаю, что с новой рекомендательной системой как бы вопрос вот этот отпадет. Ну, на всякий случай можно, в принципе, запомнить. Вдруг... Просто пойми. Я считаю, напомню. Да. Давай запишем это. На будущее. Открылось-то дальше. Что же Майкер не дотронулся поставил смайлик в чат? Кто? Майкер? Майкер, да. Было разоскопище поставил. А, ладно. На странице стримов, когда наводишь на стрим, чье название полностью не влезло, чтобы выводилось оно полностью? На странице стримов. Когда наводишь на стрим, чье название не влезло? Чье название не влезло? Не работает. А можно консоль сайта открывать на тильде или чего? Угу. Консоль сайта можно открывать на F12, если у вас Windows. Люди просят... Сейчас зачитаю. Нужен стрим с гайдами, тонкая настройка МГГ. Тонкая настройка МГГ. Да, действительно, это так. Вместо заметок в подписках предложу сделать группировки стримеров в избранном по тематике. Интересно. Но делать мы, конечно же, этого не будем. Но это Вите на подумать на заметке. На подумать пока нет. Есть ли где-нибудь тема со всеми командами в чате? Вообще, на самом деле, там ты типа когда пишешь слэш, он тебе пишет... Не пишет. Пишет. Ну, хотели это сделать. Да, но он типа пишет, но на самом деле нет. То есть почему-то на одну... Не срабатывает. Да. Сорян. Давай, короче, запилим вот это. Оп. А где... Где... Магия. А, да, я понял, я в чате это прочитал сообщение. Я его ищу в комментах, короче, не могу понять, куда делся коммент. Да, не профессионал, сразу видно. Место заметки, ага. Удалять анонсы в ленте после того, как прошел таймер, дата ивента. Бесит постоянно налипающие. Хорошая тема. Хорошая. В мобильном яблочном приложении описание стрима добавьте плюс. Окей, когда-нибудь. Можно только что созданный в отдельном ленте пускать. Ленту открываем, скажем... Слушай, вот это мне нравится идея. How to meet ladies. Да, это баян, на самом деле. Вот это мне нравится, Витя. Я задачку вот эту скопирую. Завтра можно будет обсудить. Смотри, то есть какая тема? У нас... Есть какое-то место, не знаю где, не знаю что, но туда падают все созданные клипы. То есть ты сидишь, смотришь стримчик, и ты там видишь, оп, клипчик появился. Зачем это, не знаю. Слушай, а может быть, просто на страничке клипов, вот где страничка клипов? Свежие клипы, там они есть.
Пусть они появляются, видимо. Короче, надо просто, да, сделать, чтобы клипы появлялись автоматом на страничке клипов без туда-сюда. Хагош открыла консольку. Молодец, молодец. Я сейчас вас еще научу через консольку много чего делать. Ребят, там реально целый новый мир в консольке для вас открыт. Можно для наркоманов добавить обратный рубильник для кнопки «Отключить рекламу»? Сложно. Что такое обратный рубильник для... Какой наркоман? Нет, что... То есть, подожди, ты купил прем и хочешь смотреть рекламу? Или что? Поддерживается. Или что? Что происходит при нажатии... Тут нету этой кнопки. Что происходит, если ты наркоман? Что происходит, если ты наркоман? Отличный вопрос. Я на самом деле не понял твой кейс. Вот что ты хотел этим сказать? Ты хочешь смотреть рекламу под премом? Вместе с премом? Рекламу смотреть? Ты странный. Смотри из инкогнито. Сделайте полосу прокрутки в чате пошире, хотя бы на пару пикселей. Вот один из тех странных людей, которые скроллят через полоску вот эту вот. Вот так вот. Можно вопрос о Дедлунге, это Михаил, потому что это он совсем не сделал. Да, то есть, как выясняется, вот можно нам собрать на самом деле статистику кликов вот по этой полосочке. Вот есть реально люди, которые вот так вот берут и вот так вот... Возможно, у них нет скролла на мышке. Возможно. Но это не точно. У них кнопочка. Но это не точно. Здравствуйте. Такая проблема. Если на сайте зайти в какую-нибудь новость телефона, загрузка комментариев, новости идет бесконечно. Там есть полоска, лол. Давай, да, точно. Я на самом деле вот эту задачку насчет скролла запущу. Возможно, стоит увеличивать полоску при наведении, как мы делаем это в клипах. Возможно, но это не точно. Если чат пусты, что возможно сидят на ноуте. На тачпаде вообще отлично, просто вот двумя пальчиками так берешь, так срап, вжух-вжух, и все скроллится. Просто идеально. Я вообще не юзаю мышку, вот в принципе. То есть у меня, я вот мышку вот взял сейчас вот тут у Миши, у меня уже рука вспотела ее держать. Рили, я тачпад юзер на все 100%, на тачпаде все замечательно. Как переводить эту фигню в дату? Короче, объясняю. Unix Time Step – это количество секунд с 1980 года, не помню, с какой точно даты, с 1 октября, по-моему. Unix Time. О, смотри. Вот, берешь, короче, Unix время. Вот, с 1 января 1970 года. Сорян, ошибся. Вот, у тебя есть количество секунд, у тебя есть исходная дата. Все, вперед. Калькулятор? Нет, миллисекунды это в JS. А в Unix и в PHP там секунды. Проблема, если найти скрин. Да, ответь, хорошая тема. Ответь Грегиду уже, что будет. Я уже писал ему, он невидимо на телефоне. Можно добавить, чтобы с телефона можно было в голосовании участвовать. Да. Будет. Будет. Будет скоро. Не знаю когда. Мы работаем над этим, как обычно. Загрузка комментариев идет бесконечно. Отлично. Есть задача. Едем дальше. Едем дальше. Один комментарий. Я вам скажу, что скроллом скроллить... Есть такая штука. Тачпад на ноутах. Отсутствие мышки. Ну, ребят, ну серьезно. Вот я тебе говорю, на тачпаде вообще прям отлично скроллится. Просто у тебя Mac, а тачпад у ноута. Просто у тебя тачпад какой-то странный. Это да. Это возможно. У нас проблема, тачпад. Самый большой пиксель крайний. Не нужно целиться, просто смещаем курсор до упора и гарантированно попадаем. Это в том случае, если у тебя на весь экран раскрыт. А вот здесь вот у Миши не на весь экран, и я уже не попаду двумя пальцами. Когда FFA? FFA будет вот очень уже скоро, то есть я, по идее, долистал до конца комментов. На тачпаде не надо попадать в полоску, ребят, ну как, ну реально. Реально, когда курсор находится просто в чатике,
них не Mac, понимаешь? Вот здесь скроллишь двумя пальцами. Да сейчас на современных тачпадах, на всех так, Mac, не Mac. У Савелия ноут, новый, там нельзя так. Там так же работает, я юзал этот ноут. Ну и с краю тоже нужно пальцем полоску, тоже даем. Нет, ты скроллишь двумя пальцами, работает, я проверял. Ну и полоска тоже работает. Но двумя пальцами тоже работает. Полоска вам не нужна, реально. Полоска нужна просто, чтобы определить, сколько тебе там еще далеко скроллить тебе или нет. У тебя вообще все зависло. А, иногда при попытке нажать кнопку play второго стрима попадаешь совсем не туда. Кнопку play второго стрима попадаешь совсем не туда. Так, подожди, вот это что такое? Дима Новиков. Так. Оп. Что? Окей. В чем проблема? Что? Ну, ты создал событие, молодец. Дальше-то что? Он хотел нажать кнопку play, но зачем ты делал это через меню? Ну типа, он быстро так делает, видимо, и создает событие, вот резко, типа так. Ну, это я так понимаю, что это в слоумо. То есть нужно вот эту запись ускорить, да? Да, да. Кстати, могу вам рассказать, как ускорять видео. Через консольку. Через консольку. Не, ну рилик, короче. Сейчас, подожди. Ладно, не буду. Новый комментарий. На главное есть кнопка отключить рекламу. А, окей. Просто в инкогнито. Постоянно в инкогнито, долги не сам на ГГ. Погоди. Ты хочешь отловить баги? Так зайди под инкогнито, отлови баги и не используй больше инкогнито. Покажи, как ускорять. Опять достал этот буфер. Консолька имба. Да. Вот оно. Ну, собственно. Не, ну что, реально вам реально показать, как ускорять. Ну ладно, давай покажу, как ускорять. Короче, на ГГ все работает через консоль. Да-да-да, на ГГ все работает через консольку. Смотрите. Кстати, можно еще и замедлять. Допустим, вот у вас есть интересный клипачок. Ой, не туда нажал. Сюда. У вас есть клип, но там все происходит слишком быстро. И вы не успеваете уследить за потоком. Открываем консольку. Пишем. Собственно, var video равно документ точка query selector. Не смотреть сюда, не смотреть! Видео. Я надеюсь, там видео без мата. Да, блядь! Потому что, как бы... Да не буду я брать! Пошёл! Надо замутить. Это же ламыч. Да-да-да, давай замутим. На всякий случай. Вот, потом пишем... Что? Это такой клип классный. Классный клип, но это клипы дня, я ничего не могу поделать. Вот, ищем здесь playback rate. Ставим playback rate равно 0. Давай, короче, 10 поставим. Playback rate 10. Ну, только тут немножко не потянет. Ну, в общем, да, вот, короче, playback rate, это ваше все. Можно поставить 0.1. И будет все вот такое слоумо, и вы сможете все рассмотреть. Также стримчики, кстати, тоже можно замедлять. Вот, пацаны, учитесь, пока я жив. Когда переключаешь вкладку, ведешь стрелку play, не пересекает менюшку, можно кнопку октан... Да куда вам все двигать-то, ребят? Ой. А вот и после этого вам еще хватает смелости постить краба в чат. Как бы, если у вас... Колешни вместо рук, извините, Павел, пожалуйста. Конструктивное предложение, пока начальник не будет смотреть домой. Я поддерживаю, но ты же сам сказал, что Миша уже постил смайлики в чат. Ну он же не видит. Он не видит. Михаил, вы готовы принять эстафету ФФАшную? Как через консоль затащить девушку в постель? Отлично. Ну, вообще, актуальный вопрос. Работает же так. Ты работаешь, зарабатываешь деньги, как бы, ну... Майкер написал Майкеру плюс. Майкер написал Майкеру плюс. Отлично. Спасибо, ребята, большое. Было очень весело.
Запись ждите на ютубах. Вот. И FFA. FFA сейчас Майкер научит вас контролить через консольку. Спасибо. До свидания. Adios.